Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Королюк. Добро пожаловать на мой канал. Ко мне обратился Иван с такой просьбой помочь ему в подборе экскаватор-погрузчика нового. У него, как бы, можно сказать, единственный критерий — это то, чтобы экскаватор-погрузчик был разноколесник и передние колеса, чтобы были 20 размера. Ну, естественно, рассматривает он из таких марок, как JCB, Caterpillar и New Holland. Он обратился, чтобы я ему помог с выбором, потому что он всю жизнь как бы занимался самосвалами, да, у него есть самосвалы, но с экскаваторами данный человек не знаком и обратился ко мне для помощи, именно чтобы он сделал правильный выбор в покупке нового экскаватор-погрузчик, то есть именно какой выбереть. Мы с ним вчера посетили все дилеры, которые рассказал, там JCB, Caterpillar и New Holland, и сняли как бы весь этот процесс на видео, как они выглядят, какие у них опции, сколько они стоят, вы увидите дальше на видео. Друзья, расскажите, напишите в комментарии, что бы вы выбрали, потому что именно в это видео ваше мнение очень важно для меня, для Ивана. То есть, ну, новый экскаватор, как бы, они все красивые, все очень хорошо выглядят, но все-таки надо какой-нибудь из них выбрать. Поэтому прошу, напишите ваше мнение, чтобы мы тоже смогли от чего-то отталкиваться, чтобы именно Иван сделал правильный выбор. А может, после Ивана и другие люди сделают такой же правильный выбор, потому что новый экскаватор-погрузчик тоже надо правильно выбирать. Все, друзья, приятного вам просмотра. Сады колеса, друзья, резина Мишлен, задние 26-е, резина тоже Мишлен, бак пластиковый, смотрим, цилиндр подъема стрелы уже, ну, нового поколения, они старые, здесь прямые идут, а вот с таким сужением этого нового поколения. Вот такая вот табличка, масса эксплуатационная 8135. Ковш на 60, передний без зубов, без ничего. Комплектация у нас кондиционер, плавающий, система СРС, ну, эко-режим, мигалка, свет передний. Выравниваю ковша, гидромолот, свет задний, этот задний дворник и каретка. Все у нас тут на механике, рычаги, ручник, коробка и управление. Ты будешь заводить ее? Блокировки масла. Не знаю, а то разрешено. Можно завести, да? Завести можно, да. Да. А ключи там, да? Да. Как она все это делает? Как звучит, Иван? Здесь же воздуха нет уже. Кого? Воздуха. Не надо скачать воздух. Я-то привык на грузовиках качать воздух. Все в целлофане, мигалка. Книжка. Книгу по эксплуатации тоже есть, да? Да. Нет, так мне нравится, блин, если себе нравится. Ну, показывай немножко. Но у нее постоянно задний привод, да, идет? Нет. Нет?
задние? Ну, постоянно, естественно, задние. А потом подключаемые, правильно? Да, передние подключаемые, либо 4WD. То есть... Но на этом нельзя ездить же всегда. Это только на объекте заходишь, да, и включил передний мост. Это всегда отключенный передний мост, а это включается... Только нет, задний. Это включается, когда нажимаешь тормоза, а это только задний. Да, ну на заднем выгодишь перегонять ее, она и меньше будет ездить. Да, да, да. Блин, что мне нравится, знаешь, вот это все просто, да, вот кнопка, 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 кнопка. Вот я не тракторист, я это все понимаю. Вот это у нас под бедром молот, да, получается. Да, это да. У нас чтобы задний ковш работал, правильно? Это нет, это перемещение каретки справа налево, слева направо. А, ну да, да, да. Это что у нас, плавающий, типа? Это да? Выравнивание ковша. Это да. Плавающий, вот. Вот плавающий, да? Это кондёр у нас, типа, работает. Включился. Прям слышно. Красивенько тогда. Да? Это с кабины и с улицы воздух. Даже можно регулировать по объему. А кондей должен быть нормальный, да? Мы только включили. Да, в принципе, должен хватать. Что здесь получается, это что у нас? Обороты, это у нас температура. А это что у нас? Часы просто обычные. Ага, блин, не могли это сделать. Это же Англия. Не могли сделать какие-то 1, 2, 3, 4, 5. В Ланд-Ровере же есть часы. Понятно. А это что у нас? Ручной газ. Интересно. Это ручник, как я понимаю, да? Да. Видимо, это управляется. Да, поднятие стрелы и челюсть. Это челюсть. Я понял. Ладно, не буду трогать. А вот это что вот у нас? Эко-режим. Ну, там секция на насосе включается. Но объем гидравлики падает. А как сиденье перевернуть? Сейчас. А, вот здесь, да? Не-не, с той стороны. Ага, да, да, да. А, вот. Телефон упадет. Это у нас эта тема, да? Здесь получается один сдвоенный насос и один дополнительный идет. Ага. То есть у него у сдвоенного получается там 74, насколько я помню. Ага. Вот. И дополнительный там идет еще где-то порядка 80. Но третий не всегда работает, правильно? Да, его можно отключать, здесь кнопочка как раз есть, high low, соответственно. Это вот третий, который справа двигателя идет, да, он? Третий насос, то есть не третий, ну вот справа вот здесь он находится, да, а основной вот стоит за коробкой, да? Вон здесь основной внизу, да, за коробкой, но вот единственное, я не помню, где третий расположен. Вот, это, в принципе, ну здесь же двигатель DieselMax, да, стоит? Да, двигатель DieselMax 4.4, 93 лошадиная сила. Получается, двигатели, коробки, это все GCB, да? То есть мосты. Да. А коробка уже? Мосты, это все идет GCB. А, все GCB. Да. И на это 3 года гарантии идет, да? 3 года либо 4000 моточасов. Все верно. Потом можете продлить, когда пойдет 3 года, да, можете еще продлить там на год в дальнейшем. Так, это идет стандартная комплектация, да, есть уже подготовка звуковая, можете просто поставить сюда магнитофон. Магнитофон, да, здесь выходы уже есть. А, просто надо установить все, да? Там... Нет, это все есть. Все а, есть. Колонки стоят. Там да, фишки есть даже. Фишка есть, ну, остается. Даже антенна там есть. Свою любимую магнитолу, как бы, поставить, какая нравится. Окна здесь, да, со всех сторон открываются, да. Что, откроем капот, посмотрим, как там обслуживание все идет. Давайте справа, с левой стороны там. Педаль интересная, да? Сразу на две нажимаешь. Это на всех так? Нет, вы можете, одну, соответственно, расцепить и тормозить, да, только одной стороной. То есть... А у них зубья идут тоже, да, в комплекте? Да, зубья. Конечно, когда делается предпродажная подготовка, машина целиком моется, да. Смазывается, все узлы проверяются узлы, топливо и так далее. Они жирные, я тебе сказал, что они все жирные, новые. Ну, они идут специально еще с да, завода, что, там, да, да, они чтобы... по океану, соответственно, передвигаются. Консервация какая-то идет. Консервация, да. Ну, все они жирные, изначально их надо мыть, потому что они потому все... Что, ну, их моют, да, потом здесь мойка есть, соответственно. Да,
да? Ага. Производители. Единственный момент, конечно, нас сейчас не видно, этого немножечко. Ну, можно стрелу поднять. Здесь, с одной стороны, все расположены заправочные жидкости, которые проверяют щупы и так далее. Все это здесь с левой стороны. То есть не надо нигде прыгать. С двух сторон, да? Да, с двух сторон. Все, с одной оператор подошел, все это поглядел, посмотрел, все нормально. Я могу начинать свой день рабочий. Это у нас есть под гидравлику, да? Да, это гидравлический бак. Это не инструментальный аккумулятор, это инструментальный ящик. Аккумулятор впереди подрешал. Аккумулятор спереди вот здесь, да, он расположен. Здесь один стоит, да? Да, один. Вот зубья его. Что здесь, уже запчасть? Зубья его. Монтаж. Пальцы. Пальцы. Скажите, вот между допустим, катерпиллером, чем у него преимущество? Убираю. Ну, катерпиллер, это хорошо, это техника, да, в принципе. Но для себя себя уже давно зарекомендовал, в плане того, что у них и клиренс повыше будет, да? Машина наша сама полегче будет по маневрению. Плюс устойчивость у нее при передвижении и при работах лучше непосредственно, да, это связано за счет стрелы как раз в том числе. Вы, наверное, знаете, что форма треугольника, она самая устойчивая вообще. Ну, вот у катерпиллера там выполнена банановая стрела, так скажем, да, которая хуже, да, просто она дает некий перевес, да. Плюс еще мы делали определенные тесты. У них устойчивость получается, когда идет движение стрелы. Ну, то есть машина начинает перекашивать. Ну, самый большой плюс, наверное, уже себе сравнить с катапиллером, это его скорость гидравлики. То есть по скорости как бы еще никто не может. Чуть дороже. И у нас за счет того, что по машин больше 10%, да, именно GCB снимают на рынке. У нас склад запчастей, соответственно, он больше. И за счет этого и запчасти они будут подешевле. Ты имеешь в виду скорость здесь быстрее, то что... Скорость гидравлики. То есть передние погрузки быстрее... Не мощность, а скорость. Скорость. Да? Быстрее опустится, быстрее поднимется, а задняя стрела также. Скорость. На самосвалах есть скорость подъема кузова? Я наоборот рекомендую просто, чтобы поднимали. Нет, без вот, газа. Вот, когда начинают поднимать... На одни же тех оборотах разные самосвалы поднимают по-разному. А, ну да, ну это всего лишь гидравлика там разная. Ну это вот не всего лишь гидравлика. Она... Это зависит от насоса, от цилиндра, от всего. Да, то есть... Некоторые поднимают быстрее, некоторые медленнее. Ну, в самосвале подъем кузова не так значительный. Ну, я тебе например сказал. Как эксплуатация самого самосвала. Я понял, да, что ты имеешь в виду. Слушай, так может заведем и покажешь, как она там джим-джим-джим все делает? Ну, это надо два человека. А, да? Потому что по технике безопасности так, чтобы здесь ничего никого не залить. И потом... Ну вот, если что, можно... Подождать. Будем ждать? Давай, пускай покажет. Интересно, как, ну, все-таки 21 год, что там, как он. Он должен быть пошустрее, да, по идее? Ну, три насоса, ну, не три насоса, а тут два насоса с тремя секциями. Ну, в принципе, хотя бы стрелу поднять, посмотреть. А, ну вот, отсюда видно, вот. Вот топливный насос, ну, масляный, подкачка. И фильтры грубые сетки. Где? Вот подтопливные. А, ну это да. Расширительный бачок там. Да, ну удобно, да. Вот омывайка рядом. Там, а, там вот еще один насос, это топливный фильтр и масляный фильтр, и все. Да. А фильтра, которые идут на... Ну, на коробку, на гидравлику, там они снизу. Они снизу, да, идут? Угу. На всех. А это что, воздушный фильтр такой, что ли, да, маленький? Почему маленький? Он до той стороны прям. А, все вижу. Он, блин, я думал, это кусочек. Это вот этот кусочек, это просто направление. Угу. А там сам фильтр, он далеко. Мне просто интересно, вот это английское, а сравнить ее с российской или там с индийской, что там у них разница. Ну, если они стоят, в принципе, можно пройти. Будет внешне визуально посмотреть. Это все английские, да, стоят? Ну возьми, сразу пятерка вот стоит. Ага. Она просто больше, да? Двигатель у нее в чем вообще суть? Самое главное, наверное, то, что у нее глубина копания 6,5 метра у этой машины. То есть это плосковато, у нее стрела большая, да. А у этой? Периодически не габарите. Сравнению? Ну, на метр меньше, она 5,5 получается. Да.
самая большая, она уже, эта машина идет на джойстиках. Вот, раньше по, не стояла, по умолчанию, раньше не стояла и кофемашина, да, то есть она была самая заряженная такая версия. А здесь тоже джойстики всех. А? Нет, джойстики на сиденье. А, вот. А, и там у нее джойстик, да, один такой. Сколько на сегодняшний день она стоит? Так. Это английская, да, пятерки, они что? В районе 12 миллионов. Он здоровый, конечно. Здесь сколько колеса? 28? Да. 28, да, но это база такая, такая, как у четверки, да? Тоже 28 колеса, кабина. Вот, но вот стрела отличается. Задний. Да. Сейчас ну и двигатель у них мощнее, да? Двигатель у них мощнее, да, у них 118 лошадиных сил. У четверки у нее получается 100 лошадиных сил, 101. Вот. И еще, она, еще коробка там, отличается, наверное, еще да? Еще отличается управление. По движку, потому что здесь стоит Common Rail движок системы, ага. А там механический впрыск стоит, божеский насос. Здесь 6 скоростей, да, на пятерке? На пятерке... Там 4 на механический, 2 еще на автомате, насколько я помню. Ну, там не то, что, знаете, есть такое вот, выражение пятой передачи, да? Ага. Это, грубо говоря, вот на этих машинах, на наших искали, там 3 CX Super и так далее. Ага. Говорят, а есть пятая передача. На самом деле, ну, такого нет немножечко. Ну, там автомат режима включается. Просто дело в том, что блокировка включается. Нет, смотрите, когда включаешь 4 передачи, потом еще вот автомат включаешь, потом он сам скидывает эти передачи уже в автомат режиме. И включается жесткая блокировка ГТР, жесткая блокировка включается, когда он только разогнался по трассе, а изначально он, то есть, в обычном режиме. Это как бы не скорость, это просто особенность. Да. Цилиндры у них отличаются, да, смотрю, вот четверка, пятерка, тройка или одинаковые у них цилиндры. Все-таки упадет он у тебя телефон. Да. Да нет, не отличается. Есть некоторые усиления, просто пострели. Провар полный здесь получается. Вот здесь. С этим, то есть здесь нету. И здесь есть усиление. А здесь нету. То есть на пятерке есть усиление. Масса 9425. Положение кардана другое идет, да, чем у четверка. Ну, видишь, здесь так нет, не посередине же, да? Ну, естественно, да. Потому что балансир так устроен, что... Хороший титан, да, наверное, пластик делали? Ну, пробить можно. Даже железный. Железо можно пробить. Даже железный, да. Твердый такой, прям, жесткий. Разница в 4 миллиона, да, получается? 12, почти 9. Этот 8800. А 800? 8800, да. Ну вот, я говорю, друзья, форма дисков уже поменялась на GCB. Раньше она были прямые, как-то вот такие. А сейчас они, у них другая форма. Видимо, это ребро жесткости лучше, наверное, вот таким образом. Давайте заглянем пятерки в кабине. Ну, джойстики, кондиционер, ну, в принципе, все как на тройке. Авто, есть авто, тут этот плавающий, есть и авто, и вручную. Больше ничего нет. Что? Пятерку надо брать. Не знаю. Дорогая игрушка. На пятерке, если брать... Надо круглосуточно, чтобы она работала. Надо всю Московскую область и все заказы забирать. Я говорю, круглосуточно, чтобы она работала. Я оправдывал себя как машина. Ну, она самый большой плюс этой машины, самый большой, именно в сравнении с другими, то, что передвижение на ней очень комфортное по дорогам общего пользования. На 20-30 километров это как на легковой машине практически можно переехать с одного объекта на другой. На них надо работать, а не ездить по дороге. Заехал и стоит. Не, почему? Вот здесь заехал, там, например, сделал хороший заказ, там, например, там 4 часа. Яндекс.Такси это тоже.
Машина же убивается, когда ездишь по дороге, правильно? Так она и на работе тоже износ идет. Ты стоишь там, не знаю, там шаг. Может, тракторист не станет? Ну, пока новый станешь оператором. Здесь оператор-машинист. Правильно, да, оператор-машинист, да? И погрузчик, и эскалатор. Да. Так, сейчас подойдет человек, показать нам все. Вот, а так все заводы вы можете заказать вообще любую комплектацию, в принципе, под себя. У нас сразу машины приезжали, и четверки заказывали с длинными стрелами, которые как у пятерки. Пятерки. Да. Машина получается дешевле, чем пятерка, соответственно, но со стрелой удобно выполнять 6,5 метров. А такое возможно? Стрела как у пятерки, а управление на рычагах? Не на джойстиках. Стрела как у пятерки, управление. Ну, на четверке поставить. Если такую стрелу поставить, но только не джойстики, а рычаги. Не было у вас такой машины, никто не заказывал. Нет, такие были. Были, да? Рычагах, да. Чтобы длинная стрела, а управление рычага. Да, были и на джойстиках, вот я как раз на джойстик сейчас. У меня человек машину ждет. И на рычагах были машины, которые с рычагами, с большой стрелой. А, на пятерке джойстики сразу из передней и задней. Да, да. Ну, ты сиденье поворачиваешь и... Идет переключение. Слушай, я смотрю, у тебя все Apple. Надо тогда бренд тоже хороший брать, эскаватор. Ну, самосвал? У нас есть часы JCB, так что все нормально. Есть, да? То есть можно комплект, да? Я по BMW будешь сейчас. А? Он я по BMW. По BMW. Не, ну BMW тоже хорошо, но должны быть разные. Такие. А? Хороший BMW. Хороший. А виллы у него идет уже, подключаются, как они? Виллы разные есть. Есть виллы на ком, да, идут. Здесь штанга идет и виллы перекидные. Они поднимают тонны. Есть отдельная система автосцепка. Гидравлическая и механическая здесь ставится, промежуточная. Снимать, получается, как он... Пальцы выбивать. Все выбивать надо, да? Ну, можно и быстросъем покупать. Быстросъем, да, можно установить, это порядка 370 тысяч он будет стоить. И здесь он уже будет отдельно, кошу снимаете, получается, у вас виллы только остаются, и с этими виллами вы спокойно без второго человека, потому что второй нужен почему? За ковшом не видно периодически, бывает, что происходит. Практически никогда не видно. Да. Ну, вот эти болты откручиваешь, как я понимаю, вот верхний, нижний, и выбиваешь этот палец. Да? Да, ну зачем вам это делать? Это все делаем мы, если у вас цепь купится. Не, ну мне, не, я это, именно если, допустим, вот мне надо ковш, да, а потом мне надо другую систему установить. Ну, надо быстросъем ставить. Надо быстросъем. 300 нет, ну тысяч, можно, да? Конечно, постоянно вот... С пальцами мучиться. С пальцами, но это как... Такое... Ну да, это просто, это да. Не совсем логично, наверное. Потому что можно поставить и отпал какой-то, и щетку, да, там, если вдруг нужно будет. Многофункциональная. И плюс, который я думаю, систему вот эту. Ковши есть разные, кстати говоря, просеивающие. Вот и это Индия. Да? Да, это индийская машина. Видишь, кабина и другая. Вот, а что он такой? Не пластиковая. Но плавающего нету. Системы СРС просто нету. Он в простой комплектации идет, там нету системы СРС, там только... А высота у него реально под шарнир сколько идет? 3.30 где-то, да? 3.30, да. Хочу, друзья, посмотреть. Вот распределитель. Ну, он тут закрыт. Ну, в принципе, распределитель то же самое. Ничего не поменялось. Все рукава. Как шли, они не защищены от трения. Машины гостикубовые. А, вот здесь только защищены. Да, да. Ага, да, вот здесь защищены. Ну вот круто. Слушай, вот здесь защищены рукава. Да? Ну не такой, который пластиковый. Ну не такой, резиновый, да. Да? Но он тоже, да. Он стирается быстро. Видишь, какая резина. Тот пластик, он прям твердый. Там ткань. Там ткань. Ткань, да. Да. Ну, мы этот сравниваем с Volvo. Его, друзья, с нуля, как идет, видите, и на GCB. Здесь на каретке идут вот эти капроновые, из чего вот эти кольца, не старопласт или что. Вот эти сверху и снизу, вот здесь на каретке идут. А вот здесь, видите, и здесь пусто, и здесь пусто. Вот даже смазка выходит. Здесь подкладывать ничего нельзя, друзья. Давай, что? Ну, пускай зайдет сюда. Подойдем.
питания. Турбина, генератор. Вот здесь в третьей секции у нас вентилятор. А здесь противовес не ставит? Вот противовес это. Вот это только? Ну здесь дополнительно можно ставить, да? Нет. Нет, если прикручивается, так? У него шков противовес. Топливная система. Компрессор на кондиционер, фильтр. Группа чистки, темпы чистки. Цена 86 тысяч, да? Да, там, опять же, там, ну, то вверх, то вниз, да, то есть, недавно смотри, сейчас он нравится, стало лучше. Обслуживание у вас там какие, каждые 500 моточасов, да? Первое, получается, 100 моточасов, это идет фильтр, да, смотришь, чтобы там не было стружки никакой-то. Угу. Вот, а потом уже каждые 500 моточасов. 500 моточасов. 500, потом 1000, полторы и 2000, самое большое, это в районе 75 тысяч она стоит. А сколько примерно стоит 500 моточасов? А того на 500 на часов сколько стоит? 500 на часов где-то в районе 25 тысяч. А первая дешевле? Первая 10 тысяч рублей, да. Там 10 тысяч. Ну, по сравнению, например, с Caterpillar. А расстояние влияет на стоимость? Где находится сама единица? Где находится машина? Да. На стоимость того. Ну, вызываете, там, платите какую-то денежку, да, за выезд. За выезд. Да. Ну, то есть 26 отдельных подразделений, даже больше сейчас уже, в районе 30 отдельных подразделений по всей России, вот, и, ну, по европейской части, поэтому вызывайте в любом месте, где бы у вас машина не оказалась, приедут, у нас свои форды, транзиты были здесь, на видео. Да, ну, видно вот, по дорогам. Они везде доедут, ездят, да. Соответственно, обслужат вас без проблем. Склад большой, количество мастеров тоже. Это вот максимально, да, вот все? Да. Больше, мне кажется, да, ставят, чем раньше были. Такое ощущение у меня тоже есть, что больше диаметра. Есть такое, что здесь цилиндры больше диаметром, чем на старой модели? Например, там 2005 годов. Замерить ради интереса. Но у вас же нет сейчас наличия. Да почему? У нас там стоит техника, которая с наработкой. Нужна есть такая, у вас какая-нибудь нитка хотя бы. Сделали метки, друзья. Вот так на веревке. Пойдем сейчас мерить цилиндр на более старых моделях, потому что есть такие предпосылы, что данный цилиндр объем больше, чем на старых моделях. Это Индия, да? У него не другая. Форма кабины. Ну вот сделано в России, имеешь в виду, что ли? Это наклейка? Наклейка это вообще можно наклеить, надо смотреть просто на функционал. Здесь бак уже другой идет, там. И цилиндр тоньше, вот сразу видно. Смотри, цилиндр тоньше. Цилиндр вот, я же на глаз даже видно, да. Ну а вы... Друзья, индийская версия. Вот, цилиндр здесь тоньше. Вот у нас метка. То есть, да, визуально видно, что вот, цилиндр как у старой модели. То есть цилиндры здесь идут тоньше. На английские цилиндры гидравлические толще. И здесь вот черная идет, а там они желтые. Бак здесь металлический. Крылья металлические. Плетка это какая-то блестящая, другая. Распределитель визуально то же самое. Просто под молот есть и без механической автосцепки она идет. Мне кажется, кондиционер металлический. В 21 веке должно идти уже в базе. И неважно, чтобы был комфорт. Что в базе? В базе должен идти кондиционер, как минимум. Ну вот существует два мнения. Я считаю, что это не такая дорогая. Ну там насос там кондиционер, все это. Но, во-первых, оператор отдыхает. Тем более сейчас в России какие бывают. В Москве это, да? Жара. В Москве жара, а в России там, где 25, там 35 показывает. И резина у нас идет. Система. Видите, как повезло, работник наш. Вы заботитесь. Да, у меня, конечно, работники сами офигенно. 16. И здесь колесная база другая. Здесь 28-е задние, передние 18-е, да? Да. Или 20-е, нет, 20-е. 17-е. Где? Алло. Да. Добрый.
18-й, да. Да. А за ней 28-й. Ну, в принципе, вес то же самое. Вот, 8 тонн, 135 килограмм, Россия, 21 год. Да. Здесь не вынешь. Ну вот, индийская версия, это вот точь-в-точь старая модель практически, так скажем. Ну, старая модель, ну, и... все равно другая была. Внешне, ну, очень похоже. Ну, в принципе, да. Если мы говорим, стой, если мы говорим, да, баки, крылья. Там счет у вас. Колеса опять-таки разные могут быть. Самое, да, колеса, да. Просто оплатили так непонятно как-то. А так, да, это машина на две машины, от колоска 2013 года. Это у нас... Четверка. Англия. Разберемся. То есть... Я понял. Так, вас как зовут? Я запишу. Я сейчас немножко вместе занят. Зашел вот здесь. Встреча здесь. Александр. Здесь. Он песок вам привезет. Парень сейчас, который привезет. Здесь также, здесь идут эти шайбы, которые бывают зазоры, здесь ничего нет, на цилиндрах тоже ничего нет, не прокладывается. Здесь есть вот регулировочные шайбы, и здесь, с двух сторон. Вполне как раз через автосцепку, наверное, это может такой машины. А, это все надо снимать, да? Да. Бокс, получается, переваривается, у него делают проушку. Здесь ставится промежуточная такая желтая автосцепка. Вот, здесь привариваются ковши, такие проушины сверху. Соответственно, они надеваются на штангу большую. Здесь снизу появляется гидравлическая или механическая сцепка. Вот, то есть оператор либо сам берет сам цилиндры, разъединяет, чтобы они вылезли, либо с помощью кнопки внутри. Проще, да, работает, это самое простое, дешевое, 100 тысяч. А как 100 000. Они потом переворачиваются вот так сюда, да? Да. Они потом не мешают? Нет. Только шумят. Когда едешь, да? Когда работаешь. Вот. И сколько такая вот доплата стоит? Такие 100 тысяч рублей. Нет, соответственно, подороже. 37. Не, ну мне просто, чтобы, допустим, палет поднять, там, перетащить его, там, поставить. Слушай, там, смотря какой палет, например, со строительного рынка идет палет там с брусчаткой 2 тонны. То не, и он... не с брусчаткой, там, тонна он будет, тонна обычно палет. Не, ну тонна с небольшим поднимет. Биг бэк поднимет даже, тонну, да? Даже 2 тонны он поднимет, но очень тяжело ему будет, капец. Лучше, прям, если 2 тонны, то это отдельно. Прям поднимается. Ну и во-вторых, там уже тоннаж больше, соответственно, и техника безопасности должна быть получше, поэтому лучше открытые виллы, нежели чем закрытые. Это закрытые считается? Ну да, здесь потому что видимость. А они двигаются очень близко, да, к себе это двигаются? Ну да? Вот видите, там где... Вот до этого, да? Там, где... Чтобы, ну, допустим, взять этот, 2 биг-бэга можно было взять, или... А, нет, 2 не возьмем. 1 биг-бэг возьмем. Ну, 2 виллами сразу. Это у нас какой? Тоже английский? Нет. Это английская машина. Ну ее можно... А, ну вот она более квадратная. По крыльям определить. Да. А с чего-то у него выбор на John Deere упал. А там это, что-то там какие-то были условия неплохие там. Бля, ну это труп, бля, я не знаю. Это... Ну это 3 супера, надо тройку. А, вот так, да, они становятся? Да. И вот так это, фиксируется и все, и едешь, да? И вот так... А нельзя какие-то там сделать можно себе? Ну, можно резиновые. Какие-то резинки надел вот так, да, и чтобы он не чтобы более, да, наконечники, на наконечники, да? Но это уже, как говорится, ваша фантазия. Да. С какой это год? Вы что тут вообще? Я думаю, что это какой-нибудь седьмой, наверное. Таблички даже нет. Ну, это супер, считай. Да, это супер, надо на тройку. Ну, на супер даже цилиндры больше, чем на тот новый. Вот даже на метке не доходит. То есть здесь цилиндры объемом больше, чем на обычной 30X с 20 колесами.
А где обычные тройки, я не вижу у них. Год 2007. А вот тройка обычно. Вот с маленькими колесами. Вот и сравни. Да, здесь немножко меньше. Вот. Меньше? Да. Меньше. Вот смотрите. Ну, да, то есть, друзья, вот тройка. Да. Ну, оно видно, и глазами было видно. Вот видите метка, то есть здесь цилиндр немножко тоньше, чем на 2021 год. Сколько это? 2007? 14 лет, да? Ну, вот. А выглядит как новое еще. Ну, да. Не дашь ему столько. Не, ну тут, видимо, и следили еще. Ну, как до 2007 года он выглядит неплохо, неплохо. Я сказал. Они у вас что, на ремонт или продаются, или что? Нет, это ремонт я нашел. Ремонт. Ну да, есть что тут ремонтировать. Короче, примерно через лет 15 вот так он будет выглядеть. Твой? Это... Нет, у тебя нет. Вот это 7-й год. Я же не буду бегать за ними все, чтобы делали лучше. Почему не будешь бегать? Время обслуживать просто надо. Ты же говоришь, требуешь от оператора. Требую, да. Самое главное, чтобы оператор был головой, как говорится. Вот такие тоже игрушки хорошие, да. Это одни из самых популярных, 160-й колесник. Стрела у них что-то длиннее, чем у обычных. Ну, и скажем, у конкурента, мне кажется. А у вас их не было пару месяцев назад, да? Сейчас же появились. Или они везде? Все в резерве, да, стоят. У меня было один ответ, я не знаю, где-то. Иван! Иван! Вот такой возьми, на Volvo поставишь сзади. Ага, вот, хороший вариантик. Ага. На Amarok. Вот, на Amarok поставишь. Или либо тот, вот, первый. Он как раз в Amarok заедет. На грузоподъемности пойдет. Да у него грузоподъемность там 2 тонны. 2 тонны. Вот тебе. Я хотел сказать машинку 2015 года. Ага, ну идемте. Ну это китаец. Китаец. Все, мы все видим. Смотри, 37-ки. Вот это? Забронировали его. А, я имею в виду китаец. Лигон, да. Я думал, это вот через дорогу китайская. Соседи, да? Это я думал сборка китайская. А, ну я понял. Это не GCB, это Лигон 37-ки. Ну ладно, не теряй время, зря. Аналог. Понятное дело, что, может, здесь не совсем качественно ее обслуживали. А зачем пенить? Ну, тут ее вообще не обслуживали. Вы взяли ее в трейдинг? Да. Думаете, кто-то ее возьмет? А ценник у нее какой? 2700. Ну это куда-то это, в поле его надо. Сено возить. Такое, да. Ну, мосты то же самое, GCB-шные стоят, да? Вот передний мост я смотрю. Там у него потому что свой мост, там коробка идет, ага. Потом дальше, и обратно ага. На задний мост идет. А здесь у них, наверное, по центру стоит. Ага. Ну форма очень похожа. Форма? Они. Вот такой еще малюсенький. Ха-ха, цилиндр у него капец. Я думал, такое ощущение, что вдвоем его можно перевернуть. На самом деле очень такая интересная машинка. У него за счет того, что раздвигается, расширяется, да? Да, расширяется гусеница. А, гусеница, да, смотри. Они раздвигают, да. То есть там 1800 и 2100. Они делают. Чисто в огороде работают. Ну, слушай, берут на какие-то участки. Допустим. Можно даже не в огороде, на квартире можно даже. На квартире. Блин, засунул, да? А ты знаешь? Есть такие заказы, например, какой-то склад, что-то надо делать, там плитку снять или что-то там, или стену. Гидромолд маленький он поставил и... Ну, это большой дом какой-то уже. Конечно, это же намного легче, чем вручную. Там 2000 квадратных метров. И самое... Компания Сатри, которая занималась в создании, они в свое время брали такие мини-экскаваторы с гидромолдом, подвешивали их на кране, и он долбил, соответственно, там,
А я видел такие работы, да. Самое удивительное у него, что у него цена не насильно отличается, чем у эскадр погрузчика, я тебе сразу скажу. Ну, 1012 за смену как минимум. А, я думал, цена... А, да, вот такой стоит 1012, да. А расход у него, я не знаю, там. На рулетке это 33 сантиметра. Вот сейчас будем мерить на Неховом. Сразу идет ковш усиленный, вот внутри, смотрите, чтобы его не выгибало, и кромка болтовая. Видишь, взаимозаменяемая, и на болтах, на GCB она приварная, а здесь на болтах открутил, перевернул. Ковш, когда закрывается, смотрел про это тоже. Да. Ковш, когда закрывается, вот он внутрь уходит, не как у GCB, просто челюсть смыкается, он уходит внутрь. Угу. Это лучше, вот, когда вы внутрь, да? Да, да, и толщина, вот я не знаю, замерял, не замерил ты, вот здесь толщина ковша здесь больше. Здесь я всегда на металл обращаю внимание, да, металл он толще. И вот два года. Ну, металлу рознь еще же бывает, правильно? Правильно. Есть какой-то там формулировка металла. Кстати, Но смотри, здесь изменили коронку последнего. Поставщика поменяли ковша. Коронку сделали под углом, чтобы щека меньше изнашивалась. Мишлен тоже. Мишлен. Металлический бак. А, это бак? Да, бак. Это гидравлический. А, это гидравлический. Да. И еще совмещен с этот запчасть еще тут, да? Да, да. Аккумуляторный еще и запчасть. Двойный аккумулятор, да. Но он маленький, да, какой-то? Почему? Ну тут там здоровый такой, нет? Что здоровый? Аккумулятор длинный. Здесь сколько он бьет ампер-то? Здесь два аккумулятора больше, чем там один. А, ну да? Ну, конечно. Не, ну можно иметь один большой. Нет, всегда лучше два. Два. Да? У них пусковой ток больше. У тебя на Вольве один или два? Два. Ну, два. А почему не один большой? Во-первых, возить его тяжелее, поднимать. И пусковой ток у двух аккумуляторов больше, чем у одного. И вот, например, такой большой аккумулятор, как у GCB стоит один, его вот в свободной продаже его не найдешь так. То есть ни в одном магазине, просто автомагазине, его нету. Это спецзаказ. Это страховочный трос. Ну это просто. Аутриггер. В транспортном положении. Не, это регулировка, да. Аутриггера. Угу, это помню, страховочный кросс одевается, чтобы аутриггер в транспортном положении. Фары, интересно, да, вынесены? Они, нет, это не вынесены фары, это два положения. То есть вот это положение рабочее, чтобы ты ковшом их не разбил. А фары крепятся, смотри, вот сюда. То есть вот крепление фар на аутриггерах вот снизу. Мы можем его как-то вперед? Сейчас механик подойдет, выгонит машину нам сюда. Мы посмотрим ее. И здесь в стандарте уже идет БСМ-ка, вот она. Быстросъем. Быстросъемное оборудование. Вот оно, на пальце. Ну они, мне кажется, сейчас у всех. Нет, у GCB не было. И сюда подходит GCB-шная навеска. Абсолютно. Вся. Сейчас у GCB есть, тоже стоит. Еще. Да, нет, здесь стрела другого, здесь стрела бананообразная. А, то есть, как у Катерпиллера, да? Примерно, ну кат она больше. Вот сейчас поедешь кат, смотрите, видишь, она более широкая кат. Здесь она имеет больше сгиб и гидроцилиндр стрела и ковша в одном месте крепится. Так, а где? Мишлен резина. Так, стержня. Не пойму. А какой радиус у них? 30-й. Сзади 30-ка стоит. Точно? 28-й? 30-ка. А покажите мне. 30-ка. Вот написано. 30-ка. 420, 80 на 30. А на Кате, это на GCB знаешь какой идет? 26-й. Да. 26-й. 26-й. А здесь 30-й. Это...
Разница. Какая комплектация? Только на New Holland 30-ка идет. А на 115-й машине. Это лучше получается? Да, 115-й, там идет 28-й уже. Ну, чем больше колесо. Почему колеса больше ставят на тракторах? Давление на грунт меньше. Давление площадь с грунтом больше. Площадь касания, то есть точка касания. 30-й, я думал 28-й. Нет, 28-й будет ставить на 115-й. Да, здесь 30-й, ничего себе. Здесь 30-й ставится. Ну, с этими колесами, так он, проходимость у него капец. У него хорошая проходимость, он меньше тонет. А он еще этот, блокировка моста заднего должна. Да, заднего блокировка стоит. Ну, сейчас его выгонят, но чтобы здесь там грязь не лазить. А там нету пневмы, да? Нет, она дешевая машина. Самая дешевая машина. А давайте мы выгоним, что я не выгоню, 15 лет. По технике безопасности нельзя. Ну ладно, давай пока так. Вот мне уже нравится, что здесь джойстик, конечно. И там электрогидравлические джойстики сзади. Видишь, он идет на джойстиках тут. Ну здесь джойстики там всегда стоят, видишь? Да, да. Но они вот. Вот так лучше исполнение. Да, мне кажется? Ну, чем на сиденье крутить постоянно, потому что они как раз в это сиденье они и портятся. А на сиденье уже на тройке нет. Блин, я тебе скажу, вот смотри, вот вроде такая мелочь, да, но вот здесь как-то интереснее сделано. Качественнее. Качественнее, да, там такое уже как будто поездено. Ну, это же итальянцы. Ну, вот смотри, полочка, да, вот книга у них валалась на полу, да, вот же себе, а здесь вот свое место имеет. Прикуриватель место. Кондиционер идет, да? Есть, да. Кондиционер есть, да. Ну вот это видишь, да, чуть-чуть, ну такое проще. Пока... Проще, но мне кажется, даже надежнее, нет? Это черепашка, ручной, да? Это ручной газ. Ну, там вот быстрый? С рычага. Да, это быстрый. Обороты двигателя это. Ну, а лучше, вот, ну я имею в виду, практичнее этот или вот этот? Не знаю. И тот нормально. Здесь просто стоит топливная система Common Rail, поэтому электронную. Это блокировка от моста. Раз. Нажал и он. Да. А это вот снизу что это? Это прерывается трансмиссия. Это нейтралка. Это вверх, это вниз, да? Да. А это открывается, это закрывается челюсть, да? Да, намного удобнее, видишь? Уже ты сразу понял. Это, конечно. Чем там я... два? Одну. А там я что-то не понял, да. Там надо руку постоянно передвигать. Да, да, одну, потом другую, потом. Видишь, как и вот с кнопки там нажимаешь. Здесь магнитофон. Здесь отличие от GCB, то что стекла прямые и, соответственно, здесь открывается. Так на GCB не сделаешь. Да. Они либо полностью. Вот туда полностью и вот это окна тоже открывается. То есть вот эту часть окна можно тоже. Да? Коробка такая же, как у GCB, да, получается, ну, четырех этот включил и поехал, да? Да. Да. Понял, то есть на GCB вот это стекло, она целиковая, она не открывается. Ну, я это не знаю. Не, ну просто. Это потом, когда разобьешь стекло, и тебе скажут 90 тысяч рублей. А здесь оно стоит там 10 тысяч. Простое стекло, прямое. И обрати внимание, смотри, вот эта кнопка красная. Это отключение трансмиссии. Это... Ну, нейтральная скорость, скажем. Инч. Нет, нет, это отключение, это включение функции инч. А вот это вправо-влево что обозначает? Ну, стрелой. Не стрелой, а ковша, этот, угол атаки ковша. Сейчас нам его выменят. Ковш здесь реально помощнее, да? 100%. Здесь так, еще циклонник стоит, вот он, небольшой. Видишь, на капоте это послушайте. Грубые чистки. А, ну я понял, да-да-да. Дополнительно. Как в американских автомобилях. Ну, бренд американский. Да. А, не Холланд, корни. Да, с 1896 года существует бренд. Так он завелся. Прям отличаются колеса 30-е, да? А неужели сзади там 26-е были? 100%. Вот смотри в PDF и на GCB. Я... И на видео можем посмотреть. Давай или может... Сейчас, пока машина здесь, сразу тебе быстренько объясню.
объясню. Значит, смотри. Ну, Вилла тебе сказал уже. Противовес. Видишь, низко, как и сделан специально. Он увеличен веса, чтобы машина не пустая, когда копала, чтобы вес был здесь, не опрокидывал. Плюс стоят буферы. Вот они резиновые. При погрузке спокойно упираешься в самосвал. Вот GCB, то есть тут ничего нету. Ты сразу капот здесь металлический идет, не пластиковый. А, значит, сразу все на фитингах идет. Здесь соединение фитинговое. Вот здесь фитинг гидроцилиндра. То есть, если трубку надо поменять, ты ее просто меняешь. Обрати внимание, на GCB вот здесь заварена трубка. Если трубку повредил, либо варить надо, либо менять вместе с гилзой. Здесь просто трубку открутил, закрутил. Если менять, варить трубку, свечение внутреннее маленькое, пропускная способность уже маленькая. Есть такое. Да. Значит, здесь также, ну, все гидроцилиндры на фитингах. А здесь все на втулках у нас идет. То есть, любое сочленение можно перевтулить. То есть, втулка износилась, поменял. Дальше. По кабине, я тебе сказал, уже открывается вправо-лево. Здесь гидробак металлический, с той стороны топливный бак, он тоже металлический, у GCB он пластиковый, если вот сейчас смотрел. Да. Колеса у нас здесь 30-е. Значит, фары, вот они, переносные, ставятся вот сюда, потому что, ну, когда копать, все равно и защита. Они бесосъемные какие-то? Конечно, вот тут. 2 секунды. Вот, смотри, ну, посмотри. Вот, видишь, вытаскивается два шпринта. Все, вижу. Два шпринта ты переставил, то есть это рабочее. Чтобы ты не повредил. Можешь отсюда не снимать, но рано или поздно ты их разобьешь. И площадь аут-триггера. Заходишь на объект, переносил сюда, там месяц работаешь, потом выезжаешь на дорогу, сюда поставил. А если каждый день? Сам говоришь, что каждый день надо бегать, как такси. Ну, вдруг, как каждый день. Так, хорошо, оставь здесь, и ты их разобьешь, потом фару поставь. Оставь здесь, и они будут как у GCB. А площадь аут-триггера, обрати внимание, он не чугунный, он металлический, соответственно, большой. Машина меньше будет тонуть, то есть меньше на более закрытой площади будет спокойно работать. Понятно, здесь есть крюк сразу. Крюк, да, ПСМ-ка. Крюк по что идет? Ну, поднимать какие-то грузы. Поднимать груз. Стандартная комплектация. Значит, здесь у нас идет стрела вот она, бананового типа, и крепление гидроцилиндр. Вот один гидроцилиндр и второй гидроцилиндр на одном шарнире. За счет этого стрелу сделали более компактной. Если у GCB вот этот гидроцилиндр, он идет внутри стрелы, поэтому она такая массивная, здоровая. Плюс вот из-за этого изгиба ковш, во-первых, не касается сюда, в транспортном положении. И когда ты копаешь траншею под собой, у тебя нет обвала, ты стрелу не кладешь на траншею. И в машину грузить тоже легче. Да. Самосвал. То, что вот так, да? Да. Я понял. Значит, дальше боковое освещение в стандарте уже идет, то есть 4 сзади, 4 спереди и 2 вот боковушки. Доп. Освещение уже в стандартной комплектации. Можно еще добавлю тут? Вот здесь, 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 вот здесь. Все это втулится. Вот здесь везде втулки. На GCB втулки только вот здесь. Здесь их нету. Через там определенное количество моточасов здесь будет разбиваться и только росточка уже восстанавливать отверстие. Здесь все это, да? Да. Здесь да. Просто поменял втулки. Почему они в GCB так не делают? Это дорого? А это потом эксплуатация. Да. Вот, допустим, они говорят, вот у нас 60% людей, которые берут GCB. Ага. Они же знают, что у них есть эти проблемы. Знают. Почему они тогда не подсказывают, что... Потому что вы, Россия, первые GCB пришли на рынок. И это идет как... Они завоевали уже себя, короче. Получается, стоят. Каррара должен стоять. По трансмиссии? Ага. Мосты. Мосты Каррара? Да, мосты Каррара. И передние, задние, здесь Каррара. Самое лучшее считается, да? Да, мосты CNH ставятся на 90-ке передней. Нет, 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 нет. А, здесь передний мост CNH, задний Каррара. Каррара ставится только на 115-х, потому что в 115-х блокировка ЛСД автоматическая в обоих мостах, а здесь 100% задняя блокировка, поэтому задняя Каррара, передний мост CNH. А у переднего моста нет блокировки? Блокировки нет, это только в 115-й машине. Ни у кого же вроде у маленькими колесами нет переднего. Просто спросил. Не, я как вроде даже я... Нет. Ну, читал, нет, да, бывает даже, что бедные комплектации других эскадров погрузчиков не оснащаются даже в задней части. Освещение боковое присутствует по сравнению с GCB. 4 назад и еще 2. Да, 4 спереди, 4 сзади, 2 боковушки. Значит, здесь смотрю, топливный бак.
металлический. Плюс вот это металлическое. Если ты уже себе обратил внимание, они такие серебристые. Там алюминиевые. Они не, типа, это не алюминий, они силумин. Они трескаются потом. То есть здесь ничего нету. А там у тебя на баке. Ну, и открытие двери. Обрати внимание, как широко открывается дверь. То есть вход в кабину. Очень. Ну, скажу с опыта, вот этих можно выровнять им спокойно. Выровнять. Тех уже не выровняешь. Там да, лопается сразу все. А, да. Она лопнула и больше конечно. К сожалению, да. Значит, здесь стоит у тебя префильтр, капот открывается. Сможем поднять стерло, чтобы посмотреть двигатель? Да, конечно. Мы сможем. Смотрели уже себе там, как компоновка. Потом там по кабине пробежимся. Будешь замерять? Да. Толщина гидроцилиндра? Да. Мой, подождите секунду. А уже все поздно. Вода. Ну видишь, здесь Мали, Словения и ампер 120 идет, там 95 ампер. Мощнее. Да. А, значит, смотри, Ивеко, значит, есть группа компании Аксор. В нее входит, соответственно, Ювентус, Феррари, Фиат, CNH, Кейс, Ивеко. Соответственно, двигатель F5 Fiat Powertrain. Двигатель здесь идет на электронном впрыске, поэтому у него 98 лошадей и 450 моментов. То есть если у GCB там 390 по моменту, 395, у ката, которого будешь смотреть, тоже вроде 390 с чем-то, здесь момента больше всех. 410 вроде у ката. Ну что, здесь 450. То есть двигатель самый моментный. Двигатель ката, я сейчас покажу фотографии, они собираются на заводе F5 в Италии. Я был там в заводе 2 года назад. Маленькие двигатели собирают они там. Брендирует, конечно, под себя. А здесь Rolex стоит. Это Caterpillar, который идет в Европу или... Везде двигатели. Разве в Америку собирается? Да, на заводе F5 собираются двигатели Manitou, двигатели Perkins, двигатели Caterpillar. У них есть отдельное производство, завод, который собирает... Очень... Я не видел такой натяжитель. Но он с другом, он снутри там идет, а здесь вот он сверху. Намного там, удобнее там здесь тоже. Менять. Там здесь? Есть, но он снутри идет там по другому. Дайка, наверное, стоит. Что? Дайка итальянский. Уже Volvo примерно такой же на самосвале. Ну, очень качественный такой. Да, да. С той стороны давай посмотрим. Вот. Здесь я не видел. Вот есть на GCB интеркулер, я не заметил прям. Вот здесь интеркулер. Честно, не помню. Здесь видишь, есть? Но мне, вот GCB, мне кажется, его нету. Мне кажется, нету. Видишь, интеркулер турбины. То есть, так, честно, я никогда не видел интеркулер. Знаешь, что такое? Да, конечно. А там уже нету вроде бы. Я сюда не обратил внимания. Ну, мне кажется, нету. Ну, посмотрим. На видео потом не можешь посмотреть? Ну, посмотрим, на видео. Значит, вот, бошевские мозги здесь идут. Значит, заливная горловина масла. Если обратили внимание, как у GCB располагается масляный фильтр. Он вот здесь вот. Вот здесь. И перевернут кверх ногами и над приводными ремнями. То есть, рано или поздно ты будешь менять фильтр, пару капель все равно капнет у тебя на приводные ремни. Здесь каждый раз, Ник. Каждый раз капает. Каждый раз, да, будет капать. Ну, его зато удобно менять. А здесь он где-то? То, что он... Ну, топливный там, грубо чистки. Ага. Двигатель... Это тоже топливный вроде бы. Только снизу менять. Да, снизу. А вроде двигатель с той стороны. С той стороны двигатель. Да. Вот он здесь. Да, он тоже удобно. С той стороны он там располагается. Но они же себе говорят, что у нас удобно из-за того, что у нас все фильтра с одной стороны. Не надо с двух сторон. Здесь с двух сторон походишь. Но зато капот здесь металлический, а не пластиковый. То есть ему ничего не будет, когда ты будешь ПГС грузить. Мне кажется, удобнее даже, да, чем это, ну, расположение здесь вот открутил, да? Ну, ведь поднимать эти все радиаторы. Соты продувать? Да. Ну, ну можно, открутив только болты, немножко отодвигать, не откручивая сами шланги. Да. Все красиво. Все новое, да? Тормозные цилиндры. А здесь это сколько насосов этих гидросистем? Два. Ой, здесь один аксиально-поршневой насос. На GCB было у вас там 3 насоса, здесь один аксиалка, производительность 156 литров. Это как у Caterpillar, да? Я 163, по-моему, если не ошибаюсь. Я немножко подкорректирую. У GCB не 3 насоса, у GCB 2 насоса, один насос с двумя секциями, да. Один насос с одной секцией. Да. То есть два насоса. Они тоже говорят, что 3 насоса, даже пишут, но не 3 насоса, а 2 насоса с тремя секциями. То есть 2 секции и 1 секция. По сути, тот насос, который считается у них вторым, они говорят третий, это просто он
на рулевое управление. Да, он дополнительный, он не участвует в гидравлике. Он в гидравлике не участвует. Они его, когда это... говорят производительность, они суммируют все три да, насоса. Да, они вот на видео, мы уже записали, что он говорит, 78 литров объем гидравлики. В смысле, какой 78 литров? Он просто на рулевое управление и все. Ну, люди нас на видео потом скорректируют. Значит, вот эта клавиша, это Right Control, это стабилизация ковша. Ну, плавающий, да? Да. Нет, не плавающий режим. Плавающий режим, это когда ты ковш опускаешь, он повторяет рельеф. А это именно при загрузке. Ты едешь, у тебя ковш стабилизируется, меньше рассыпается, и более плавное движение. Значит, коробка... Вот педаль здесь удобнее стоит. Здесь она здесь стоит, а здесь ну, прямо да. И какая педаль здесь стоит? Больше широко сидит. Шире, да. Значит, здесь открытие челюстью. Это блокировка дифференциала заднего. То есть нажал, у тебя заблокировано. Отпустил, у тебя разблокирован. Снизу включение функции инч. Функция инч что делает? То есть ты когда стоишь на скорости, да, допустим, вот на, вперед включил, да, там и на первой скорости ты подъехал ПГС грузить. Ты нажимаешь на эту кнопку, открывается клапан в коробке. И насос в коробке работает в холостую. Он давление не создает. У тебя, соответственно, двигателю легче крутить насосную станцию, которая дает гидравлику на переднее фронтальное оборудование. То есть у тебя больше усилий двигателя идет на насосную станцию. То есть если тебе не нужно, ты можешь и не пользоваться, но эффект от нее есть. Все пользуются, потому что очень удобно. На это патент New Holland, то есть больше ни у кого производителей этого нет. Отключение вот этой функции инч, сброс давления в коробке. Значит, здесь обычная панелька, снизу... ручной газ, машина оснащается кондиционером в базе уже. Разворачивайся прям туда. Слушай, места мало, да, наверное? Сиденье двигается еще. Надо назад ее, наверное. Эти тоже регулируются. На себя. Вот. То есть... И вот это... Оп. И то есть, второй. Смотри, здесь у тебя аутриггеры. Ну, я понял, верхний, да? Стабилизаторы, да. Да. Здесь у тебя управление джойстиками и фишка. Можно переключить управление. iOS и ISO. Сейчас. Вот. Угу. Один, режим. Два. Да. А верхняя кнопка для что? Что-то он там блокирует, мне кажется, нет? Это, походу, похоже на блокировку каретки. Нет, блокировка каретки здесь. Тогда не знаю. Я тоже не знаю. Не знаю, честно. Ну, что-то она как будто блокирует, да. Или что-то с маслом. Сможете нам потом написать, для чего она? Да. Это сигнал. То есть управлять... Можно, если экскаваторщик садится, переключает режим на себя как экскаватора. Если экскаватор-погрузчик, то, соответственно, мы ничего не переключаем, работает. И телескоп вот с кнопки справа и джойстик. Да. Телескоп. А там на педали наши себе этого. А это что? Это может быть кнопка это на... Это управление, скорее всего, дополнительной гидролинией, потому что обычно стоит сам разъем. Педалька, здесь разъем есть, но так как здесь джойстик, здесь выведено на кнопку. А здесь две гидролинии, да? Нет, здесь одна гидролиния. На всех эскалатор-погрузчиках одна гидролиния. Если еще... ставить, если уже это, да? Не там, нет, не вторая гидролиния, там ставится просто реверс. Реверс, да. Чтобы обратно, можно да. крутить двух сторон. Да. Ну, да. Обычно, если покупать оборудование, допустим, тот же гидробур, то блок реверса здесь неудобно. Покупается. Нет, неудобно. Но здесь реально удобно. Здесь да? удобно. Ну, по сути, когда вот ты поближе сиденья, там, окно откроешь, например, или ноги, вот прям ноги, видишь, вот то место для ног. Да. Да. Сидишь? Ну все равно, извини, вот так работает, да? Или вот так сидишь, и ты нет, вот там, блин, кайфуешь. Ты можешь еще их же если... туда отодвинуть и подвинуть сюда, чтобы копать тебе под собой было. Если бы ты, например, был бы оператором и знал бы, как управляется GCB, как управляется New Holland, да, ты бы, конечно, более правильное решение смог принять. Да? Именно как управляется, то есть плавное движение. Что лучше управляется? Здесь закрытый центр, здесь машина управляется лучше. Слушай, нет просадки. Да, я думаю, даже на твоих самосвалах, на твоих самосвалах, на Вольвах, я думаю, это итальянская гидравлика стоит. Mm-hmm. Не знаю, но я дожду. Потому что ну, гидравлика итальянская, это ну, первая в мире. Да. Все, ну, вся гидравлика итальянская, самое качество.
даже на этих на КамАЗе стоит итальянская гидравлика. Это блокировка на тонарах замка стрелы. Ну там просто сейчас тон поставить и все. Понятно. Не, ну так она поинтереснее, да, чем здесь. Ну, здесь потому что здесь еще и сиденье поудобнее, здесь пневма стоит. Да, здесь пневма. Вот этот рычаг, рычажок нажимаешь ногой, и у тебя руль, оно нажимает. Руль регулируется. А, все поверх вниз, да? Да, да. По вылету нет. А где подушка безопасности? Где безопасность? Вот ковш. Здесь твоя безопасность. 38 километров, она здесь не нужна. Но с таким ковшом мы... Понимаешь, ну что тебе страшно? Так, ну а управляемость как у него идет, ну, когда вот передвигаешься с места на место? Не одинаковые по управляемости все экскаваторы, погрузчики. Это же не болид какой-то спортивный. То есть там разницу ты не почувствуешь в управлении. Ну, скорее всего, у Нью Холланда будет скорость больше, чем у Caterpillar UGCB. Ну вот 115 точно, а вот 100, не знаю. 115-ка, да, она очень быстрая. Передвижение, да? Да, она очень скоростная. Это интересно. Ну там просто двигатель самый мощный стоит, 112 лошадок, да. И более 500 моментов. Там сама все машины очень мощные. Тюнер есть такая, да? Да. Здесь тоже шприцуется, да, все вот как вот вижу, да, машина. Да, там стоит. Здесь балансир намного качественнее и лучше. Ну, по сравнению с. А, нет. Здесь такой же, как уже себе палец. Он, вот на 115-й это. На 115-м там другие мосты, там просто мост карает. Да, 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 да. Там мост. Здесь бебаста стоит, что ли? Нет, это сушитель на кондиционер. Сушитель, кондиционер. Где же вот радиатор кондиционера маленький? Вот этот, что ли? Да. Такой маленький. А где у него точка смазки балансира? Вот она, колотница. А, о, посередине. Кардантик, да, тоже там шприцуется. Да? Да, вот еще посмотри, если GCB смотреть, вот он гидробак, и патрубок гидробака, он выше. Если смотреть у GCB, у них отсюда выходит рукав РВД. И он вот так вот идет вниз. Самая низкая точка у них как раз это рукав РВД. Посадить можно в любую машину. Не, просто... вопрос то, что рукав РВД, то есть ветка будет торчать, и больше шансов, что ты его повредишь. Да, есть, но он здесь внутри. Он по-другому сделан, да? Здесь замок снаружи. Подержи, пожалуйста, поснимай, я померю вот этот цилиндр, и тот на погрузчик померю, и еще высоту вот от подножки. К сожалению, на GCB не померили, не было рулет. Именно какой клиренс у них? А у GCB почему вот этих нету, которые пластин? Они у них по-другому. У них вот здесь регулируются они. Ясно. А ты там не замерял? Там не замерял, ну померим у Caterpillar. Так, 48. Да, 48. А они верхние одинаковые, да, тоже? Нет, нет, это толще. Верхний меньше. Клиренс по подножке. Здесь будет больше, чем у GCB. 49. 49 нижняя, да, часть. По подножке. И если замерим вот этот. 33. Одинаковые, да. 33, точно как нужно себе. Да. Ну а почему только этот цилиндр замеряется? Там же вот основные эти тоже, ну это да, это под, подъем. Это в подъем, да, идет, да, да. Да. А те, кто только работают на это, да? На опрокидывание ковша. А, ему не нужна, да, усиление? Ну как не нужна? Нужна не отрывная надо, часть там идет. Не такая сильная. Здесь все-таки надо поднимать всю стрелу. А эти как его подшипники, вот это все здесь как какое идет, но марки. Carrara. Тоже, да? Подшипники я не скажу, какой марки здесь. Ну Carrara идут. Нет.
Понятно, я думаю, Carrera сама подшипники не делает, они используют какие-нибудь подшипники. Почему нет? На подшипниках Carrera прям маркировка, да. Прям Carrera делает. Фаговские они делают. А коробка здесь сейчас стоит? Carrera. Carrera, да? Да, здесь Carrera. Слушай, ну с 20-ми колесами он смотрится просто бомбически. Просто, они да. Шире здесь просто. Вот колесо шире, он тебя меньше тянуть будет. Это по ширине ничем не уступает. 115-м, наверное. Ширина колеса. Оно шире. Шире, да, вот. Оно шире, чем на 115-м. Он 115, у него узкие колеса. Да, да, да. Здесь шире ничего колеса. Ничего себе. А здесь, ну, этот, как и есть, это же. Где даже вот написано вот это. Вот на 400 на 70, да. А здесь, ну вот 30. Здесь 402. 38 вроде бы ширина так, рулеткой. 400. Здесь, а здесь 440. А, ну здесь шире. Но здесь просто они 440. Выше. Значит, вот так кажется. Да, как кажется. Ну, представляешь, это практически как на 115. То есть 2 сантиметра это... Ты не почувствуешь. Ну видишь, вот эта штука вот сразу идет, да, в базе. Это крепление вил в транспортном положении, а так они сдвигаются. Еще вот эти меняются. Например, на RCB, если ты это согнул, то все. А здесь просто открутил, поменял другое. У них же нет на ковше вил, у них же доп. Опция. Нет, у них есть просто ухи для вил. Ухи есть, да. Приварные. Приварные, здесь они съемные на площадке. То есть ты снял их. Ну да, это ковш такой поинтереснее, да. Еще парни нужен, я вам нет. Ну, если потом обратно загнать, я так не буду. Нет, нет, не нужно, машина. Это распределитель, да? Куда? Да, на ковше, ковшевой. Где гидрозамок стоит? А, гидрозамок на челюсти, да. Скорее всего. Да. Чтобы захватил груз, там чтобы он не такого, опускался. Да? Есть. А, то всех, да? На всех, не помню, стоит гидрозамок. Вот там есть. Вот. Это от поставщика ковшей зависит. На все ставим гидрозамки. Угу. Ну и на сколько вы говорили? 8600 у нас стоит, да? 8600 и 249 тысяч субсидия через банки партнера. А какие вы там говорили? Балтийский, Сбербанк, ДЛЛ и, по-моему, еще Европлан. Европлан, да. Ну, Европлан, наверное, 100%, да. 249 тысяч это субсидия будет на сумму сделки. То есть 8600 минус 249. Грубо говоря, 8300. Mm. И все, это окончательная цена получается, да? Ну, если именно машины 8600, да? Да. Yeah. А GCB почем было? Ну, там по курсу постоянно меняется. Ну, понятно, ну, примерно. Там что-то 8700, 8800, там что-то... 85 тысяч фунтов со скидкой они дают. Умножаем там, если курс 100, вот так был, да, 8500. Если 8101, там еще там, ну, понятно, ну, там плюс-минус конец, был, да. Вот у меня знакомый успел, он там, да, он выжидал, у него там был курс 98-99. В рублях все, торгуем в рублях, понятно, потому что да. В России живем, потому что не привязаны. Не привязаны к валюте, но машина зашла уже в России. Поэтому... Вы уже ее купили просто. Она рублевая цена. Да, да. Просто кто ее покупает, да, вот допустим Scania тоже, да, вот я тоже думал когда Scania брать. У них тоже в рублях, потому что они выкупают, да. И все, да. Ну, вот сейчас, как если взять Volvo Scania, то Volvo сейчас выходит дешевле, чем Scania. Потому что они тогда покупали, видимо, по курсу ее 92, когда было 93 евро. А сейчас евро упал 86. Ну, мы же тоже когда покупаем, уже на курс смотрим, ну, от этого цена. Понятно, но я же говорю, вот сейчас я рассматривал Scania, она стоит дороже, чем Volvo. Хотя не скажу, что она лучше, чем Volvo. Вот и все. Ну, производство в Италии эти все машины производятся. А, вот я хотел спросить, сборка у него вся итальянская, да. Приезжает прям вот так, да, да. Целая уже сразу, да? Да, да. Это на сегодняшний день очень редко. Она, вот ее разгрузили, вот она только приехала, машина вся собрана. Поднимает тонну на 3 метра, да? Или да. Что это? Показалось? Это вот это. Вот эта штука, вот эта, да? Штука, да. Больше нельзя ей. Угу. А есть еще съем другой поставить, чтобы крючок был именно? Нет, если крючок, то это подъемный механизм, это уже крановая установка, сертификация другая. Слушай, так самому здесь отрезать. Ставишь бы этот специальный, закручиваешь крючок сюда. Здесь, да, и все. Конечно, вот эти же продаются. Крючок, да? Продается, да. Конечно. Да, да. Чтобы какой-то, может, там биг бэк поднял, какие-то силы, да? Сейчас я покажу. Вот. А ковш у них идет за 60 миллиметров, да? 600 миллиметров, да. Вот, соответственно, двигатели.
Вот он Caterpillar, вот он второй Caterpillar. А, вот еще не брендированные двигатели. Но они просто собирают. Я думал, что они такие же. Они вот монетушные двигатели, тут не брендированные. Это где, в Италии? Да, город? Вот они Перкинсы. Ага. Двигатели. Перкинс это у нас, это же этот, как его? Камацу. Камацу, да. Да. Здесь, вот они. Ну, уже вот Сабии тоже было, да. Раньше. А, они, ну вот он. Вот он, катовский двигатель. Угу. Вот он справится. Лечо. Зовут. Провинция находится. Ну а по металлу он. А сколько 8, у него вес? 8600. Да? Не потоньше. Почему? Здесь, да. Смотри, специально сделано. Смотри, здесь специально вынесено, чтобы если даже ты коронками, то ты царапал эту часть, а не внутреннюю. Чтобы не стиралась внутренняя часть. Но у них получается в GCB нигде такого нет, да? Нет, вот нет. У них все. А я что-то даже не обратил внимания на это. Я же знаю. А я-то не знаю. Никто не обратил. Здесь еще стрела идет усиленная. Усиление раз, стрелы. Хорошо, здесь какие есть, стрелы. В любом случае есть минусы в активаторе, как я понял, у каждого. Вот у этой модели вот минус, что вот раньше здесь были замки, а сейчас нету, их убрали. Без замков, да. Вот это минус. Триггера. Это большой минус, потому что... Он если не, просто если вам поднять его на аутриггерах, да, на заглушем можно поднять аутриггер, то есть можно опустить эскаватор. Можно опустить. Это... рычаг нажал, и я опустил аутриггеры. Если гидрозамки на заглушенном, ты этого ничего не сделаешь. Ну, вот, это не такой большой минус, я считаю. Ну, раньше здесь, было. Раньше было. И вот здесь вот... Это не сэкономили, мне кажется, на этом, на замках. На замках, да? Да. Здесь при вот желании можно просто дополнительно крышки. Поставить замки. Все допом можно делать. Да. Ну, можешь сам прям поставить, купить и поставить. Да. Здесь крышки раньше были, и на 80-х на дешевых можно ставить крышки. Здесь крышек нету. Грязь. Со временем вот это... Закисает. Закисает, если ты ни разу не разбирал. Тяжело потом будет его ремонтировать. 100%. Можно. Можно придумать, но это технологический процесс завода-изготовителя, это не так уж быстро. Можно резинку сделать такую какую-то. Раньше была еще защита на цилиндр челюсти. Ага. Шла защита на ковши. Ну, это такая спорная очень штука. Хорошая защита. Защита, да, но бывает, что когда ПГС оси падал и упал щебень под защиту, он начинает тереть шток. Ну, обычно там ничего не падало. И, например, когда ты едешь по дороге, с колес ничего не брызгается на шток. Не брызгается. Ну, защиту сняли. Раньше была защита, защиту сняли. Ну, можно тоже самому дополнительно поставить. Она увеличивает срок. Апгрейд сделать можно, чтобы, как говорится, чтобы уже на года вперед еще... Ну, ты же видел, как так... людям подсказал. Они же сделали защиту, на Caterpillar'е сделали защиту там. Да? Да? А я не видел. Ну, посмотри видео. Да, я просто не успеваю видео смотреть. Но что еще есть минус? Это, я считаю, это вообще... Ну, мне именно технически это. Это резинку поставил, забыл, блин. Мы минус по сравнению с GCB сейчас считаем, да? Или вообще с машиной или с GCB. Минус, что здесь меньше кабина. Кабина меньше. Да. Минус. Хорошо. А, и это, кабина меньше. Но за счет того, нет, за счет того, что стекло плоское, прямое. А не сферическое, здесь обзор будет меньше фронтального оборудования. На GCB обзор все-таки немножко. За счет сферы. Да. А с большим колесом вообще не будет видно, я думаю, да? Ну, поверь мне, что ни один оператор, когда он планировку делает, не смотрит на ковш. На ковш нет. Это только вот в первый месяц там может... А потом все, это ты чувствуешь по нагрузке потом двигателя. Потом даже на ковше специально, вон, лента есть такая металлическая. Угу. Я видел, да. Ну, так, кто работает на них, они уже сами знают, что куда опустить, насколько. Гарантия, что у нас по гарантии? А, год без ограничений по наработке, сервисный интервал. 500 на 5 часов. Угу. Первый 500, потом 1000, полторы. Сколько будет стоить и того? Не 500 на часов того, да. Сколько будет стоить? Где-то около 22-23 тысяч рублей. То есть дешевле, чем уже себе? Дешевле, да. Ну, там 37. Че? Не, он сказал второй первый... того 24 тысячи, он сказал. 24, ну, 34 сказал. Нет, 30. У GCB будет дороже, потому что у них вся номенклатура GCB. На всех фильтрах написано GCB, да. И купить можно только в GCB. Здесь, пожалуйста, на мотор F5 можно... Ну и века прямо века, можно, да. Купить. Да. Вот он, кстати, фильтр. Да-да. Иван, вот он масляный фильтр. Вот блок охлаждения. Вот этот? Вот он масляный фильтр, да. Ну, Caterpillar 26 тысяч первый ТО, да. А второе? Второе 1000 уже идет, уже 89. 89 тысяч. Там уже меняют, наверное, все эти... Не, на 1000 гидравлическое масло менять не надо. Они в коробке меняют на 1000? В коробке, да. В коробке, да. Третье уже 25,6.
Ну, она не так идет, то у всех сейчас, в принципе. Ну, плюс-минус там. Интеркулер, что есть, интеркулер это мне есть, нравится. Да, я что-то не обратил внимания. Нет, GCB нету, 100% у GCB нету интеркулера. Охлаждение, да, что ли? Да. Ну, знаешь, когда в нагрузке работаешь, охлаждение турбины. Ну, дополнительно, да. А у GCB фишка другая, у них вот этот двигатель GCB, да, 4,4 литра, он же ставится на большой модельный ряд. На все. И на мини-погрузчики, и на экскаваторы-погрузчики. Почему они так делают? И, в частности, очень удобно. У тебя один блок, а с разной головой, один форсированный двигатель, другой более запущенный двигатель. Там тоже сидят, да. А вот здесь в дальнейшем нету проблем никаких там? Где-то. Нет, здесь дополнительно тоже, смотри, видишь, специальное усиление сразу, рама. Вот кто перед тобой стоит? Владелец не Honda, я же этот, 2005 года, нету тут никаких трещин. Здесь есть, была у меня трещина на стреле. Не знаю, вроде часто встречается вот именно здесь. Почему, что, не знаю. Ну, всем это связано. 2005 год, сколько, 15 лет или 16. Устало с металла уже. Как бы уже, ну понимаешь, там 4 владельца его купили, ну что. А высота у него такая же, сколько погрузки идет? Плюс-минус у всех, плюс-минус 10 сантиметров. Здесь только будет глубина копания 5750, чуть больше, чем у GCB. У них, если не ошибаюсь... Стрела дальше выходит, да? Стрела длиннее, да, скорее всего. Сама стрела длиннее. Сама длина, да. А в сравнении с катапиллером не подскажете? Там чуть меньше, чем 5,7. Здесь самая большая глубина в классе копания. И масса здесь М8600, а на катапиллере? Да, посмотри. Я сделаю потом табличку. Мы поставим, слышишь, Иван? Мы поставим все экскаваторы и сравним все характеристики. Да, здесь верю. Номер, нет. Да, нету. Я тоже посмотрел, что нету. Здесь там просто номер. Тут не в массе это дело. Да, не в массе дело. Тут надо смотреть, как масса распределяется. Допустим, здесь стоит увеличенный противовес, машина меньше клюет, когда работаешь задним ковшом. Можно же просто металла вот сюда побольше бухнуть и все, а толку никакого. Ну да, развесовка. Развесовка, как у BMW. Развесовка решает все. У GCB более массивная стрела, она очень тяжелая, реальная стрела, она весометель большущая, огромная. Там весь вес сосредоточен на стреле, а стрела должна быть максимально легкая, чтобы копать на вылете на телескопе. Из-за этого у них есть и проблемы? Да. Да? Нет. Разница, самая большая минус у GCB, самый большой, то, что рукоять идет сверху стрелы. А здесь на все серьезную технику, на любую технику, гусеничные экскаваторы, карьерные, вот они, всегда идет стрела наружу рукоять, потому что нагрузка на стрелу больше, чем на рукоять. И здесь никаких проблем нету. Ну, это уже изначально так сделали, они в серию и все. Это же... Все экскаваторы, у них нагрузка идет огромная на рукоять. На стрелу. На стрелу. Да. Поэтому все крепления вот здесь, как у экскаватора крепления, чтобы максимально... Как у полноценного, да. Больше выдерживал. То есть, как усилия. Катерпиллер тоже правильно сделал, да? Да. Кстати, у катерпиллера нет. Ну, я не знаю на этот, но у него как на GCB. Ну, там немножко... Там... Примерно, но там немножко по-другому. Нет, там рукоять снаружи стрелы. Снаружи. Но вот GCB на прям очень сильно выпирает наверх. И вот смотри еще, Иван, видишь? Быстросем втулка. Кош втулка стоит, видишь? Да, втулка. На GCB нет там втулок нигде. А что там идет? Просто отверстие и все. То есть потом ты его заново развариваешь и нарезаешь. Здесь все втулится. Если мы говорим, например, здесь на GCB, то там идет разрезные такие втулки, но даже втулками их трудно назвать, там идет очень неплохого качества и... У GCB же сделано рычаги, если у всех остальных, у кого сзади рычагов управления, у них крестом управления, а у GCB X-ом. То есть они единственные, кто так делают. Да. А чем так делают? Ну, потому что GCB. Ну это же, скорее всего, под их они патентовали так, скорее всего, их. Англичане вообще, они такие люди, они другие немножко. Ну вот они, наверное, для себя это и сделали. Я тебе говорил, помнишь, что он жирный весь, видишь, где касание, вот он весь жирный, весь. Транспортировочный, просто мыть потом. Это консервация, видимо. Транспортировочный, да.
Он же пока сюда. Не, просто мы разговаривали, что он чистый будет. Я говорю, нет, он весь в масле. Только привезли его, перед вами только привезли его. И вот второй стоит, вот который уже несколько дней пьет, он потом перейдет в густо, будет мыться. Вот он, транспортировочный. То есть у вас он моется, да? Моется, конечно. Ну вот техника стоит, вот она помытая пришла. А, вот. Помыли ее. Понял. Вот экскаватор еще просто не помытый, а не то, что транспортировочный мыть, парафин. Вот эти шланги можно, в принципе, все защитить, да, Володь, вот эти? Да. Упираются между собой. А почему можно. Их завода сразу не делают? А они потому что здесь не упираются. Вот видишь, вот эти защищены, вот защищены. Эти. Которые, вот они. Защищены. А там нет. Там вот тот друг от друга не упирается? Нет, там вот специальная клипса стоит на... А здесь какой насос стоит распределительный, который вот этот? В плане какого? Здесь аксиально-поршневой насос, не шестеренчатый. У него нет прямой зависимости от оборотов двигателя. Uh-huh. Если у шестеренки прямая зависимость, uh-huh. здесь косвенная зависимость. Здесь на холостых оборотах он... То есть здесь он от потребности объема гидравлики, он сам решает, какой объем. Ну и вот все РВДшки, то есть машина полностью вся итальянская. Mm-hmm. То есть никаких там... Очень качественные здесь. Непонятных комплектующих. Все комплектующие, в принципе, с историей. Ну все, минусов больше нет. Ну, знаешь, что-то для кого-то плюс, что-то для кого-то минус. Тут как бы... Для кого-то минус в дизайне, что говорят, не такой симпатичный, как GCB. Ну, есть, да, допустим. Да. То есть в GCB, допустим, панель приборов чуть поинтереснее выглядит, да. С правой стороны. Тут смотри, смотреть, кому что. Здесь все же как берешь технику для... Для работы, чтобы деньги даже зарабатывать. Деньги, да. Ну и да. И красота, в принципе, тоже важна, но это же не прямо... Практичность. Для меня, например... Вот почему крылья и крыша черная, это для меня минус, потому что черный, солнце, да. Ну зачем? И оно потом будет этот, и цвет даже поменяет. У них, ну цвет это выглядит. Ладно поменяет, ну хорошо. Было бы желтые, а было бы... Нет, можно сделать, нет, покрасить, это было... быстро покрасить красиво и будет. Можно. Было наоборот, раньше было вот это желтые, колесные диски были желтые. Это 2 года назад они дизайн поменяли, чтобы он симпатичнее стал. А когда он был желтый весь, он был... Намного симпатичнее, мне кажется. Ну нет, здесь он симпатичнее. Нет, сейчас. Вот то, что с крылья были желтые. Крылья желтые, смотри, ступицы были все желтые. Они тоже сэкономили, видишь, пластик уже обычный пластик. Но обычный же, пластик, да. Если надо для покраски красить пластик, то нужен уже другой пластик. Плюс это тоже зачем, деньги. А зачем для здесь утилитарный? В смысле обычный? Это всегда такой был. Не знаю, мне кажется, там другого качества. Нет. Пластик. Ну в 2005 году такой же был. Он просто был желтого цвета. Да? Да? Просто желтого цвета. Он же для покраски. Крыша желтая была бы поинтереснее. Ну, вот я вам скажу, как я продавец, который продавал эти машины, застал желтые машины. Сейчас они симпатичнее смотрятся. Да? Ну, тут дело вкуса же. Дело вкуса, согласен. На цвет. Как говорится, товарищи нет. Вон и UMG стоит, вот он черненький, но он так не смотрится с белыми. А тоже продают его, да? Ну, мы дилеры, да. Это что за у нас? Это Терекс российский. А-а-а. Давайте не будем на него смотреть, ему и так больно. А Терекс это разве не Турция? Не-не-не, есть Терекс английский, который сейчас Миколак. Это группа компании Терекс. В прошлом году был ребрендинг, но это... Знаешь, по чем можно узнать российскую технику? По швам сварки. Сдалека прям видно. Да. Даже можно на надпись не смотреть. Закрыть все, да? Или поднести тебя эту руку, чтобы поставил, да? Вот так, ставишь руку и смотришь. Российская, да? Ну, вот здесь вот тоже есть, да, какие-то свои плюсы, правильно? Дело даже не в швах, здесь дело вообще там в другом. Плюсы дешевая техника, подходит под 44 ФЗ. Вообще не дешевая. Ну, нет, дешевле, чем New Holland, конечно. Дешевле, еще бы спорил, как New Holland. Две разные машины. Вот я вам скажу, вот эта машина дороже, чем New Holland. Верно? Нет, да. Нет. Изначально она стоит дороже. New Holland, мы выплеснули 3 миллиона, которые надо оплатить в России. Ну, здесь с утилизационного сбора, да, им компенсируют. Так вы все это минусуете, да. И она дороже, чем New Holland. Здесь вот... Вот примерно как у GCB стрела, только здесь цилиндр в обратную сторону стоит, вот он внутри, у GCB цилиндр тоже внутри стоит. У GCB где-то вот так. Он вот так под наклоном туда идет. И здесь вот огромный минус, то что внутренняя часть выезжает телескопа, чулок, чулкового типа. А почему минус? Не внешняя, а потому что вот эта часть очень тяжелая, а эта часть уже низкая, менее крепкая получается, она тоненькая, когда телескоп выдвигаешь. Плюс если туда потом абразив грязь забивается, она быстро изнашивается, гидроцилиндр там внутри стоит.
Сколько он стоит? 5, сколько? 5200? 5600, по-моему, или 5700? 5600. Сколько стоит New Holland в Италии? Не скажу. Ну, где-то 6 будет стоить. Да нет, даже дешевле. Даже дешевле. Там же растаможка идет. Значит, этот стоит дороже, чем New Holland. Ну, здесь еще и ручная сборка, а там-то все-таки автоматическая сборка. То есть там роботизировано все. Ну и что кажется, мы получаем в финале товар, который вот этот стоит дороже, чем тот. Дороже. Просто его привезти надо сюда. Да. Ну и здесь из-за ручного труда стоимость готовой продукции дороже. Зачем это должно волновать самого покупателя? Ну, покупатель должно волновать только качество техники. Вот. И что вы хотите сказать, что здесь качественнее собран, чем тот, что ли? Ну. Вот экскаватор тоже. Поэтому ничем он не дешевле, чем не холодно и ничем же себе. Ты везешь так же кладу и грузишь карьер. Здесь точно 20-е. 20-е, да. 20-е, ну. Там они шире, видимо, ширина у них разная, смотри. 340, да. А там? Я не помню. 400? 400, о, там 400. Да. Открыто, да? Да. И здесь закрышечки из какого плана стоят. Здесь стопы немножко выше. Да, но это вот они как раз вот самая золотая середина, где они должны стоять. Скорее всего. Ну, мне кажется, да, да, да. Стоп. Вот этот самый толстый, мне кажется. Посмотреть. Давай померим тебя. Он толстый, прям видно. На глаз даже. А вы с чем-то сравниваете? Ну да, у нас этот GCB New Holland сейчас. А это аналог GCB 470. Ой, 3600. Да, да, да. 50. 48. Там был 40. Дольше, чем у обоих. Там был 43. Вы так спросите, мы так скажем. А вы не знаете? Да. Ну вы знаете объем? Нет, мы знаем просто, что он круче, больше, толще. Все говорят, что круто. Ну мы не все. Вам еще повезло, то, что вы купили. Что он вообще круто. Каждому дано просто отсылок, потому что поступают быстро. Это самый производительный машин в своем классе. Вам же повезло, то, что они идут у вас, я так понял, перформанс серии. Защита стоит, скажем. Ну она, да, самая полная комбинация. Ride Control стоит, кондиционер. Это круто вообще. Такую машину сейчас урвать. Это самая полная комбинация. А нельзя ее вот чуть назад дать, чтобы посмотреть ее лучше? Можно. Только аккуратнее, он предпродажку, походу, прошел. Если я посмотрю, то лишь не спрошу. Нет, они все так. Это они все такие грязные, они приезжают. У нас многие приходят без BDI, слышал. Ну, это шильды его полностью. Не, смотрю. УСА? А, нет. УК это... Это Англия. Юнитон Киндом. А, вот здесь, смотри, видишь, шланги здесь по-другому стоят, видишь? Здесь... Не, то же самое, как нужно себе трубки вваренные. А эти, я думал... А вот здесь не вваренные, видишь, здесь все круче. Снизу защита стоит. Вот она. Помнишь, который она и говорила? Но... У вас настройки, он может везде гонять, ничего не попадет, не пробьет, не заденет. Ну тут ты говорил, да, что это тоже это минус, да, этого? Плюс наоборот, что защита стоит. Минус, если бы ее не было. Мосты Carrera не обслуживаемые на весь срок, ну, работы. Ну, это... Аксиально-поршневые насосы стоят. Мосты Carrera, да? Да. Плюс у вас тоже аккуратнее головы. Проушины стоят уже. На большинстве не стоят, вот слева стоит от вас. Такой же без проушин. Можете спокойно купить палетные вилы те же самые и будете. А сколько дополнительные палетные вилы стоят? Ну это лучше у Кирилла. Да, у Кирилла. Понятно. А здесь что, здесь это, да? Раньше у нас стояли трубки, вот тут выходили. Но потом кат поменял, потому что мы жаловались, клиенты жаловались. Он цепляли, трубками рвали, их поверху пропустили. Ну это уже этот, изменили его немного, да? В 2021 году как раз изменили. Ну это сейчас новая серия идет, 2020 года. Да. Плюс здесь у него, я рассказывал, капот откидывается, здесь можно там... 32 крейлера по сравнению с Холландом. А то этот будет немного?
чуть-чуть даже. 38 по баку. 38. Здесь бак находится пластиковый, но сверху металл. Пластик сделали, чтобы осадка не было внутри, а сверху металл, чтобы настройки, ну раз задел что-то, чтобы его не порвать, не пробить, все на свете. Все точки смазки у вас выведены вот сюда для удобства оператора, ему не надо скакать вокруг машины. Дверь открыл, капот откинул, здесь все проверил, залил все. Вы имеете смазку, что? Ну, все полностью, проверка всех жидкостей, смазки. Все, я понял. Да, боковые снимаются планки, чтобы оператор мог колесо вывернул, подошел для обслуживания, все под руками, все удобно. Достаточно очень хорошая машина, надежно себя зарекомендовала. Плюс... Она помощнее, чем 434, как я понял, правильно? Одинаковый. Тоже 26-й, да. 428-й, но примерно... Она мощнее, чем 428-й, но по гидравлике она 4-м одинаковая. Разница основная между ними – это разновеликие колеса и режим отхода. Даже нюансы, вот, пожалуйста, площадочку сделали, чтобы не сломать крылья. Ну, хорошая машина, очень хорошая. Отгоните ее, да? Давайте тогда выйдем. Да, давайте выйдем, на всякий случай, а то мало ли не дай бог. Гидроление высокого и среднего давления потихоньку с оборудованием. Красота! Вот. Пускай, наверное, подымет сразу кожу, да? Можно этот? Обычно движение оператора их теряют. Как даже это продумал, сделали раз, закрыл и все, ничего не потеряешь. Можно главное, попросить чтобы он не забыл. Стойку поставить, чтобы мы смогли под капот посмотреть. Цвет другой. А у вас как не было до этого? У меня не было ни разу вообще погрузчика. Он только с самосвалом. Я по самосвалу специалист. Вы вот сейчас сядете на него, вы потом никого рассматривать не будете. Да я не говорю, что сядете, а вообще возьмете, если его. Не, я имею в виду, ну да, здесь вот, как мне и говорили, здесь кабина самая огромная. Здесь да. Прям можно жить. Наверное. Здесь не только жить, тут еще и обзорность сумасшедшая. Операторов привозят куда, откуда-нибудь со Средней Азии или еще и говорят, вместо того, чтобы снимать квартиры, они здесь и живут. К сожалению. Ну, может быть, и к счастью. А разве это условие для жизни, чтобы жить в Владимире? Известно, в каких бы квартирах они еще бы жили. Ладно, суть это не в этом. Вы мне здесь расскажите, здесь что здесь есть интересного. Ну вот, давайте покажу. Давайте. Здесь уже даже колонки выведены, можете магнитолу поставить. Mm-hmm. Вот. Сиденье на пневмоподвеске, подвеске вот у вас регулируется полностью. При движении оператор никакого дискомфорта не испытывает. Вот. Та же система Ride Control, вы вот ковш будете перевозить, допустим, или гидромол в ковше, он у вас будет прям соблюдать плавность хода, не будет трясти, выбрасывать материал. А где сам. Кнопка? Ride Control, он уже вставлен, встроен изначально. Он не отключается. Он не отключается. Это скорость, да, у нас переключается? Да. Здесь он есть автомат, да? Да. Да, он... Ну как тут, Power Shift стоит? Полуавтомат. Да, полуавтомат. Просто Иван имеет в виду, что здесь нет этой уже балды. На рычаге, здесь нет рычага. Да. Это мне штука нравится, конечно. Плюс самое главное, чтобы ваш оператор еще инструкцию почитал, потому что фишек настолько много. Допустим, у вас машина заглохла, вот ковш в таком положении остался. Чтобы его вниз опустить, там пару движений джойстиком есть, там на час заводите, резко на 12, он сам плавно на гидроаккумуляторах опускает. А есть у вас инструкция, где почитать? В книге? Вам с машины отгружают. Есть, да? Ну, конечно, обязательно. У вас в договоре прописано все. Вон полки книжки. Книжки. Да? Ну, большой здесь, да, такой ящик? Да. Здесь можно. Да, здесь будет очень машина. Можете закладки здесь оставлять, там все дела. Документы, да? Для оператора там, денежные. Угу. Так, а окна здесь как открываются-то? Вот. А вон все просто. Ага. И плюс у нас раньше на предыдущей серии окна были полукруглые, но это было здесь... неудобно для клиентов. Потому, слушай, что... слушай. Потому что они бились, и тяжело было заказать, чтобы такие сделали. Слышал, что тебе сейчас сказали? А сделали прямые, и теперь вы даже можете сами заказать, у сторонней организации вам произведут. Сделали прямые стекла, знаешь почему? Потому что до этого были полукруглые, и они постоянно бились. Ну, это да. Даже да. Если ну, не постоянно, но все равно повредил, да. А тебе нужно и что-то делать. Они дорогие. Аналоги, да? Подешевле.
приходилось... Управление, джойстики, отклик. А я... Ну, я пройду. Как там сзади? Как там... А вот у вас кнопочка. Вот. А, вот это? Не-не, стоп. Вот здесь вот. Поднимайте, алло, да. Сергей, я перезвоню. Я перезвоню. Да, давайте. Стой, стой, стой. Руль подниму. Хорошо. Давайте. Там надо нажать. Ага. Хорошо. Ну, давай нажать, потому что вот он. Все. Эргономика сумасшедшая. У вас ни одна техника такой отклик не будет иметь, как у Caterpillar. Так, здесь он как двигается? Как он работает вниз? Вниз опускайте. Не знаю. На Caterpillar новый. Тихо, не ломайте, не ломайте. Давай логически смотрим. Ну, скорее всего, вниз. Ну, вниз, да, вот видно, что вниз. Вниз опускайте. Может, скорее всего, при заведенном, там же гидравлический, скорее всего. Навряд ли, должен и так. Сигнал, сигнал. Это газ, да, дополнительный? Да. Чтобы у вас вандалы ночью не изуродовали оборудование, не своровали, вот это закрывается. Вот специально здесь отверстие. Отсюда достаете лампу вот эту и закрываете на замок. Еще раз не понял ничего. А, это забирается? Не забирается. Вот это достается планка, и туда ставится сверху. Ставится сверху. Да. И самый главный аргумент – каты не угоняют. Почему? А у нас каждая деталь пронумерована. Это у нас замок этого, да? Ага. Да? Да. Кондиционер. Все полностью стоит. Облуи. Короче, это максимальная комплектация, которая может быть предоставлена от ката, да? Да. Перформанс. Вы скажите, пожалуйста, вот здесь нарисован RF. Это вперед-назад можно с джойстика управлять эскалатором. Нет, не готов сказать. Надо спросить у Алексея, он точно скажет. Ну, так и есть. Я просто не хочу сейчас наговорить. Если это так, неправда. Это так и есть. И это очень крутая фишка. Тут система возврата ковша в положении есть при погрузке и разгрузке. Не, это понятно. Фронтально. Но... Нажимаешь кнопку, он... Это у всех есть. Ну, у всех, не у всех. Что здесь еще интересное есть-то? Да все интересно, машина интересна. Что интересно? Эта машина поинтереснее, чем 434. Самый, да? Давай капот поднимем, посмотрим, как. Да. Как капот у вас открывается? Смотри, то есть здесь капот не открывается полностью, то есть весь, вот это надо снимать отдельно, панели, не знаю как. Ну, интеркулер здесь тоже стоит, да? А у этого же вот так открывается, да? Конечно, все открывается, у вас доступ полностью есть ко всем радиаторам, почистить можно, там, когда вот сезон пух и все остальное. Раньше у нас аккумуляторы здесь стояли, но они из-за того, что здесь, все остальное на них садилось, их перенесли в отсек для инструментов. Знаешь, что это крутая вещь? Потом вот это берешь, обрезаешь и сюда ставишь инструментальный ящик. А идеальное место. Да, дополнительно, я знаю. Но это место вот все, оно пустое, ее можно использовать. Вот оно все. И то есть вот это вырезается и туда? Да, и ставишь петли, и инструментальный ящик можно хранить, все что угодно. Можно, как вариант, да. Я так понял, вам уже этот, ребята, где делали, положили какие-то инструменты, да? А они, вы, по-моему, еще не выбрали. А можно, да? Это они все под... под наш. Ну вот у вас уже здесь лежит. Здесь это может, что лежит? Я не знаю, может быть, шприц остался? Только... Шприц и это, да. Может быть, я не знаю. Не буду. Вот, масса отключается, это очень удобно. Не сядет. У вас, по-моему, здесь подогрев рубашки двигателя стоит. Да. 220. Ну там провода, скорее всего, выводятся, от PDI будут делать, выведут. А можно еще панели вот снять, чтобы посмотреть двигатель? Я снимать не буду, если ответственность брать. Потому что когда бы поцарапаю. А как нам двигатель увидеть тогда? А залазите вот сюда, вот видите, специально здесь, для проведения ТО, чтобы не повредить машину. А ну подержи это.
Ну, в принципе, надо снимать. Ну, удобно, так больше места даже, чем было. Сейчас все свободно тут. Слушай, ну тут вообще место. Здесь место вагон. Капец. Да. А как это так сделал? А кабина, мне кажется, больше. Из-за кабины больше. Интеркулер тоже есть. Или да. Что-то. А, нет, интеркулер нет. Это идет на коллектор, интеркулер нету. Топливная система. Механическая. Здесь вот электроподкачка стоит. А, на электро, да. И вот эти уровни, где смотреть все бы. Ну да, все три они рядом. Угу. Ну что, оператор не бегал. Вот видишь, вот у нас. Угу. Я вижу, вот масло и гидравлики, да? Да. И как раз вот отсюда видно защиту, тоже защищает кардан. Это чисто английская машина, правильно? А у нас только 426 идут с Индии, остальные все в Англии соберутся. Володя, это что за штука? О, это гидробак. Ага. Это гидробак, еще показывает, что это там. Уровень гидравлики, вот, скорее всего, да? Ну что-то в зеленой зоне, там что-то вот красное, большая уровень. Маленький уровень. Уровень гидравлики. Ну здесь фары какие-то вот, ну, как будто качественнее как-то, вот зеркала, видишь? Ну, это... А New Holland какой модель? 100. Сотый? Да. Ну, у них только сотый идет с 20-ми. Вам именно, чтобы радиус был 20-й, да, переехал? Ну, потому что он и по маневренный, так скажем, и по обслуживанию этот намного дешевле, чем равноколесник. Там же поворачивать... 28 не рассматриваете, да? Ну, нет, потому что проходимость это лучше с 20-ми. У него клинеры больше. И... Ну, это... Еще толковый оператор поставили. Здесь и... От оператора 90% поломок. Я думаю, самая идеальная модель именно вот с 20-ми, потому что она и ту работу сделает, самую универсальную, так скажем. Еще плюс этот, шины мишленовские стоят. У нас просто этот... Они всех идут с мишленовскими. Они у нас одно время следил, ставили. Такое уродство вообще. Посмотри. Ну тут... По сравнению только с Николом, там идут 30-е, здесь 26-е. На GCB тоже 26-е. И плюс разница, обратите внимание, у того же, у GCB, да, на всех эскалаторах погрузчиков, у них стоит там 4 или 5 шпилек, а у нас он сколько? Да, вот GCB, да. 7. Ну, это и минус, и плюс? Ну, да. Но, с другой стороны, безопасность. Давай снимем, пожалуйста, цилиндр вот этот. Помнишь, на подъеме? А там сколько было? 33? 33. 30. А тот зато толще всех. Задний. Задний, да? Тут как бы... Вот такие вот мелкие. Еще не вот так. Это провода вам сделают, это подогрев рубашки двигателя. А это, интересно, под чего? Не помните, это под чего? Не готов сказать. Это может быть, знаете, это... Вот, видишь, какой-то кабина дополнительный. Похожий. Может, дополнительное какое-нибудь освещение, да. Или освещение, все может быть. Да, кстати, освещение вот сюда поставить тоже можно. Да. Можете, кстати, на будущее советую, если возьмете все-таки. На у триггера сюда докупить. То есть, резинки? Да, резинки, да. Потому что покрытие дороже не портится и претензии от дорожников меньше. И сами у триггера не изнашиваются. Конечно. Но они стоят. Я говорю, традиция как где-нибудь в сторонней организации купить. Они же одинаковые из резины вырезают. Что переплачивать? Тысяч сколько? Ну, у вас, если взять. У нас не знаю. То есть 20, наверное. Нет, у нас, наверное, можно не оригинальные, тоже они есть. Оригинальные, ну, просто, они будут дорого, а если вы, да, попросите аналогичные... Это расходник. Это как будто повыше. Ну, зато все остальное ниже. Ниже, да? То есть, да, клинер с пауэртриггера и по баку, он ниже, чем на New Holland. А масса у него какая? 8 с чем-то. 8200. Или 8600.
8600. Но это эксплуатационный, да? Если смотреть, да, то, максимальная масса там что-то 12. Да, 12 чем-то. Эксплуатационная 8600, да? Какие эти резинки? Только эти пластмасски. Что? Ну, вот эти пластмасски. Ну. Что это? Вы даже можете толщину ковша металла снять, тоже посмотреть, у нас толще, чем у других производителей. Вот, вот это то, что вот, скажем так, два слоя, что пластик и металл, вроде это круто, а на самом деле это в практике это минус, потому что вот вся грязь, она вот будет под этим слоем. Ты будешь там 100 килограмм, вот она будет вот здесь все. Это все будет забито. А, вот там снизу сразу, да, пластик есть? Да, и ты это не отмоешь ни керкер, ничего не отмывается. Это даже идет на Caterpillar даже 2001 года уже тоже было, хотя железный бак, но там было тоже два слоя. И как бы это сделано, чтобы ты не скользнул, да, чтобы это у тебя все... Но в России это все забивается грязью, и она вот... Да, еще очень просто делается. Набор инструмента откручивается, снимается, промывается. Ну это постоянно надо делать. У нас, А там... если сделать какую-то снизу просто, да, пластину? Снизу пластину. А если пластину снизу делать? Какую пластину? Ну, либо, чтобы вот эти дырки... Ну, между пластинами, значит, так это, эти дырки будет можно все закрыть, гнить. Я бы не стал что делать, потому что не просто так сидят. Умы, которые придумывают технику, создают и дорабатывают. Ну это же только у Caterpillar так, больше ни у кого. Ну, я к тому, что... пластиковый же бак. Стали говорить, что ну вот, пластиковый пробивается, поэтому Caterpillar... Даже на пластиковый бак все равно была эта накладка сверху. Окей, давайте... Нет, я... Не, можем снять. Для вас. Я же сам работал на Caterpillar. Вроде бы это все круто защищает, но вот то, что забивается грязью, это все, и не отмоешь. Что остался, он прям выглядит сразу, он такой. Но оно, главное, внутренне идет. Не, внутренне идет, но под слоями вот и грязь сохранится. А здесь этого... Туда этого лезвия, которое вот так, да? Вот. Коронки, вы можете поменять на лезвие. Там нет, где-то там внутри, ты помнишь, говорил, лезвие, как Николай? Да, на болтах. Здесь приварной нож. А, здесь приварной. Нож ковша. Не челюсти, а ковша. То есть ниш. То есть он здесь приварной, а там... Ага. И он даже здесь какой-то... Ну, возьми, опусти его все. Надо это снять и... Снять, отпустить? Ну, опускать же. Да, я понял. Ну, пускай этот, специальные люди опускают его. Надо их выровнять. Видишь, они кривые. Крис, еще раз. Что, их надо выровнять, да? Ну, это же новые машины, не работают. Их даже, чтобы их выровнять, это их надо вот так все открутить и немножко сюда перевернуть и закрутить, чтобы они стояли в этом положении. Спустим. Может, ты сам попробуешь? Да. Это ты? Да, садись прямо, садись туда. Просто заведи. Вниз? Не, сейчас он не опустится. Заведи, да? А он там на нейтралке? Как он? Ничего не... Если он не на нейтралке, он не заводится, а не один из скажешь погрузчик. Сейчас не будет работать. Надо здесь нажимать. Включить гидравлику жесткую. А почему он? Ну потому что он за безопасность. А, постоянно, да? Да, 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 да. Попробуй потихонечку. Потихоньку вперед его. Вперед. Интересно. Можешь быстрее. Оклик. Быстрый, да? Не быстрый. Ну ты же не быстро сейчас. Хорош? А это вот все-таки вот эта штука, да? Которая... ну можно попробовать. Нажми на тормоза. Включи назад. Да? Да.
все. Как я сказал, это вперед-назад с джойстика управления. Это очень круто. Это капец как удобно. Это быстрее делает движение. Нажми на руль. Не, на руль. Себе. И ты, например, вперед-назад. Отсюда тебе не больше. Одна рука, вот у тебя левая, вот здесь руль поворачивает. Вторая вперед-назад. И тем временем и стрелу поднимаешь. Нифига руль крутится, а чего так легко крутится? Это на всех так. Здесь какая-то гидравлика специально стоит, да? Включите, пожалуйста. На нем ничего не проведено, ни предпорожки, ничего. Поэтому... Да мы не, просто опустили этот ковш. Ну, не да, надо, да, чтобы да, долго да, работал. И... Хорошо. Давайте, поставлю. Да. Сейчас, подожди. Сейчас, фиксируй. Антон, не знаете Лилина? Вот видишь, он приварной, а там на болтах. Говорю, Антона Лилина, не знаете, не знакомы? Антона? Да, Лилина. Ты знаешь такого? Нет. На привет передавайте. Что? Антону? Да. Что ты говоришь с ковшом? Ну там, я говорю, просто с Нихолом, там что, он на болтах, а здесь приварной. Так, ну он уже 10 лет служит, наверное. Нет. А если у нас снег, то один год будешь менять. Серьезно? Серьезно. А почему? Ну, потому что по асфальту покрытие будешь. Ну, красота. Цилиндр, да, видно, самый толстый. Так, а здесь что? Вот провода, которые ты говорил, крепление. Видишь, она тоже внутрь, стрела идет внутрь рукой эти. Ага. Это хорошо или нет? Хотя вот смотришь на полноповоротный скалотр, смотри, видишь? Угу. Видишь, там оно наоборот идет. Угу. Ну тоже быстро съема. Они все сюда, да, система. А можете что-то сказать про разрывное усилие, грузоподъемность, там что-то технически? А вам коммерцию не отправляли? Это лучше с вашим менеджером. Да, будет корректно. В принципе, должен вам сбросить все технические характеристики, параметры. Да, здесь тоже дверь открывается. Да. Да, слушай, говорят, что у кого-то дверь меньше или меньше. Это все зависит от этого, вот от ограничителя, то есть от газового упора. То есть, при чем тут дверь? Газоупор ставишь длиннее, он шире открывается. То есть, и все. Он зимой как себя ведет? Хорошо греется? Да. Так, а получается здесь... И вот сюда крепится, что ли, получается, да? Да, вот сюда. А вот его там по-другому, да, у него холм здесь состояло, да? Ну, то же самое. Не-не, там же эта быстросъемка, ну, меняется, которую ты говорил, помнишь? Ну, вот там вот эти ухи меняются, вот эти. Ну, а здесь они приварены? Да. Не распределитель, а клапан челюсти нету. Почему? Не знаю. Так, здесь 1,2. 1,2 миллиметра? Да. До хрена, да? 1,2, вот. Вот, видишь? Ну да, 1,2, да, сантиметр и 1,2, да. 12 миллиметров толщина. Это большая толщина. А здесь 13 челюсти. Через еще тут 13. А у этих не мерили? Ну примерно. Ты не помнишь? Не помню, не мерили.
21 года прям, да? Ну, это слишком тоненькое. 0,6. А остальные это потолще. Что у нас не так? Хотим покататься, а так все, все так. Ну это уже у себя. Вот как его сейчас чистый и все, больше он таким не будет никогда. Я не согласен, потому что у нас есть тот же клиент Павел Николаевич Гришанов Щербакова. У него экскаватор-погрузчики, которые мы выкупаем назад, он трейдинит их, по 8, по 10 тысяч моточасов, у него состояние новое. Там так, не то, что грязь, ничего нет. Такие люди, они уникальные. Ну, да, их единицы. Я говорю про основную массу, их просто без слез не посмотришь потом. Ну да, вот мы даже на GCB были там, и у них есть там, которые в 3D давали. Там такие трупы, там... Я просто был в шоке, я даже сесть бы туда не хотел бы, блин, то, что его купить, блин. Ну. Ну, еще раз говорю, все зависит от экономики. Вы вообще работаете в коммуникации или что? Нет, у меня вообще самосвал, но я хочу взять себе под базу трактор, ну и плюс в аренду тоже, у меня есть свои объекты, где нужно... со своим оператором? Свои... Я даже его еще не знаю, свои. Нет, просто сдавать в аренду только со своим оператором. Нет, ну мой оператор, да. Смотри, рукава защищены, видишь, вообще? Да, да. Хоть какая-то оплетка, но не такая, которая идет обычно, вот это, да, но вот такая лучше, чем никакая. А здесь насос стоит какой? Один, да? Саморегулируемый по нагрузке. Шестерёночный только вот же себе стоит. Два. Ну да, они вообще говорят три. Три, да. Ну, по сути, их два там. Ну, по-хорошему, шестерёночный, он все-таки, я думаю, согласитесь, он, когда машина не работает, он так не фигачит. Не нагружает, да? Не нагружает, да. Когда не работает, именно что имеете? Ну, когда там не копает. Когда он с холостых работает просто. А, когда он просто, ага, там... Шестерёночный, они же заданы, просто дает и все. Да. Ну, не, плюс... хорошая машина, я прям уверен, не пожалеете ни разу, то, что возьмете. Самое главное, еще раз говорю, пожалеть можно оператор. Любая техника хорошая. Всех производителей. Вот оператор, от него зависит просто. Классно. Я честно, я даже не был готов увидеть вот то, что увидел сегодня, потому что. А вы говорите, вы работаете на катах? Не-не, они сказали, что у них холодно и GCB. Нет, я сказал, что я работал на катапиллере. А. Ну у него был не холод. Да. И GCB. А сами откуда? Зеленограде. А? Зеленограде. Зеленоград? Да. Не, а акцент как будто Сербия, что-то такое. Куда далеко? Да нет, там другой акцент. Поближе. Неважно. Потом видео посмотрите, вы знаете. Хороший парень, понимает технику. Ну, это уже видно. Фишка, видишь? Решение спросите, чтобы выкладывать. Ну, мы же снимаем себя. Конечно, 23 статья Конституции. Нет, они могут даже снимать себе в отделении полиции, и им не имеет права никто. Да мы чисто все. Вот смотрите, вот на всех эскалатор-погрузчиках вот есть эта функция. На всех. На GCB, на любой, даже на TRX, на любой есть вот эта функция, да? Обратно ковш выравнивают, да, в горизонт. Ну не у всех, например, S-базе. Кондиционер, плавающая. Хотя плавающий режим системы СРС, который при езде на дороге, он плавает сам погрузчик. Это идет как опция. А вот это в базе у всех. У нас Ride Control стоит. У вас стоит. Ну не у всех же моделей стоит. А я расскажу, давайте так, историю. Caterpillar всегда поставлял технику в Россию максимальной комплектации. Система Ride Control, кондиционерами и всем остальным. Вот. Зачастую клиент всегда опирается на что? Это на наличие у него средств для приобретения этой техники. Вот. И было со временем сделано предложение, что давайте, ребят, комплектовать машины чуть по, ну, да, попроще. Есть, которые прям вот максимальной комплектации. И там нету. Вот. Но у нас есть, у Caterpillar есть. Но у нас так называемый перформанс на стандарт. Попроще покупать, вот у меня клиенты покупали, и в итоге страдали с того, что того же Ride Control нет. Ты, по-моему, уже влюбился в этот эскаватор. У меня знакомый недавно брал же здесь 434, и он тоже так же GCB сравнивал. GCB ему не понравился, он взял все-таки 1000. Я сказал, что... Какой взял? 434 с большими колесами, ему надо вездеход именно. Угу. Проходимость, видимо, нужна. А второй он сказал, он сейчас еще один будет брать, он будет брать такой через пару месяцев. Ну, не через пару месяцев, а в этом году, потому что он с маленькими колесами, а по мощности он как 434. А вот здесь,
желательно вообще перед каждой сменой готовиться, смотреть, осматривать машины. И визуально смотришь, там нужно смотреть. Не-не-не, я имею в виду вот эти шпарнята или шпицу. Необслуживаемые. Не обслуживаемые. На весь срок службы. Да. А потом только замена. Ну лет на 5 же хватает где-то, наверное, больше. Ну как ездить опять же, да? Да, и кто ездит, и как ездит? Вот, золотые слова. А хоть бери сам садись, как раньше, когда. Я не умею на ней ездить. Ну, передним ты научишься грузить, а вот задним посложнее. Копать, планировки делать задним, конечно. Нужен опыт. Здесь даже эти, блин, да? Такие огромные прям пальцы. Что, зацеп... Что? Ну, вот эти... Площадка, как она называется. О, триггеры, здесь да. Просто не поднято до конца. А, они потом так же выравниваются, да? Да? Все потеряли, короче. Алло. Бля, это хорошее решение, да. Ну даже банально взять вот сапун. Он не просто торчит, а он защищен, закрыт. Чтобы ничем его не свернуть, не сломать. Здесь фильтр на... Да, кабину. Я не понял, где у него бак на гидравлике? Вот он тебе показал, вот и бак на гидравлику. Ты же сверху я тебе показал, да? Что-то гидравлический бак между двигателем и кабиной. А, получается он не как у тебя. Вот этот бак. А, ну его, короче, точно задеть никак нельзя. Не, не задень. Не, ну при желании, наверное, ну... Но... Ну тут немножко уже минус другой в том, как сливать с него гидравлику, это уже другой минус. Там снизу зарыто? Там немножко на тебя всего... течет, так скажем. Когда он снизу, например, здесь, удобнее канистру ставить и сливать. Да, можно сразу защищать шланги. Они да, можно. Выпирают. Че, все, наверное? Да. Сделать надел. А если честно, вы конкурент или просто анализируете? Нет, это человек, который, ну, я его знаю. Вот я говорю, посмотрите видео потом, и я не конкурент. Ну я же вам говорю, скажу. Королёв. Владимир. Владимир, он Владимир Королёв. Я просто работаю с многими техники. И, честно говоря, даже вот люди, ну вот как Иван, они не знают, что выберет. Что... А, вы оказываете помощь, просто попросил. Да, я вообще сейчас занимаюсь подбором спецтехники, но только бэушной. Человек хочет себе купить экскаватор, а я проверяю его вариант. То есть давление полностью проверяю. Ну, а так на вашем опыте, вот сколько вы уже ездите, смотрите, из всех экскаваторов погрузчиков, какой отзыв наиболее, какие такие производительные? Лучшего нету и худшего тоже нет. Ну, скажу. Это согласен. Ну, всех, вот нет лучшего. Минусы. Вот минусы есть у всех и плюс тоже есть у всех. Угу. Ну, так как Caterpillar в долларах и остальные в евро, они больше выросли, чем Caterpillar в долларах. Доллар же не так сильно вырос по сравнению с евро. И вот на фоне вот стоимости на сегодняшний день, мне кажется, Caterpillar, цена-качество Caterpillar вырвался. Но вот то, что вот на этом экскаваторе, вот на этом сейчас, сегодня, никто не может предложить пока еще. JCB, чтобы вот управление с джойстика вперед-назад, вот эта функция, точно не может. Не холм тоже не может. А вы в GCB не спрашиваете, кстати, у Мамади, у ребят? Может быть, они какой-то специально для вас какое-то предложение сделали? Сколько он это... говорил там, насколько на джойстиках? Нет. На джойстиках. Он GCB без ничего, только с кондиционером, стоит дороже, чем от Caterpillar. Да. Без ничего. Все на механике, просто вот и кондиционер. И он стоит дороже, чем. Здесь коробка дороже. Ну там это? Коробка, рычаг механический. Да. Ну вот без ничего, так, ну, без ничего, то он стоит дороже, чем Caterpillar. Я почему еще больше накат, потому что у меня друзья тоже с Питера, они, у них очень много техники, и погрузчики, и такие... Ну, у Caterpillar, у Newholland, плюс перед GCB, что здесь на Caterpillar очень много все втулится. Тоже везде втулки есть.
На GCB многие места не втулятся, они разбилось, надо уже восстанавливать посадочное место. Саму стрелу это сюда? Саму посадочное место надо наварить и расточить. Вот здесь тоже как не Холланде, да? А здесь, да, у него все тоже втулится, то есть... А здесь что, не шприцует? Ну, с той стороны, значит. Внутри, да? Сразу. Плюс в дальнейшем вы сами можете его спокойно обслуживать, нужно там... Минус у этой машины по сравнению с GCB, что он расход больше. Расход, да? Он и мощнее, тяжелее. И тяжелее, и расход больше. То есть от этого никуда не уйти. Ну не то, что капец больше, но будет побольше, чем у нас. Литр два? Я думаю, на литр, наверное. Если там будет там... Сколько у вас в моточас заявлено? 7 литров сколько? Надо смотреть. Да не, побольше 7. Я смотрел, у них там в среднем 10.